Друзья, приветствую. Если видно и слышно, ставьте плюсик в общий чат. Вот прям на странице трансляции. Так, ого. Я надеюсь, что сегодня я успею ответить на все вопросы. Так, странно. Да, ну да, у нас такое запаздывание. Где-то одна минута. Все, отлично. Хорошо. Друзья, давайте с вопросами. Все. Плюсики, остановитесь. Чат опять побежал, я не успею его даже прочитать. Угу. Все. Плюсы, пожалуйста, больше не ставьте. Отлично. Угу. Давайте немножко по вопросам, вот по предыдущему мастер-классу. Плюсы уже вижу, все, достаточно. Окей. Так, я вижу там какой-то комментарий в Facebook, я пока его прочитаю. А, там на странице какие-то вопросы, да, на которые нужно ответить. А, все, я понял. Угу. Первая негативная ситуация. Это вы или эмоция? Приятна ли она? Хотите ли ее убрать? Пишите в деталях, дайте форму, вспомните, как первый раз испытали, дайте оценку. 0 до 10, приятный момент. Угу. Посмотрите с точки позитива. Ну, то есть тут как бы техника описывается, ее часть. Так, я вижу, вот Маргарита в Facebook прокомментировала. Первое, чувство незащищенности было около 3 лет. Папа, ну ладно, окей, не буду читать. Тут, может быть, это просто как бы, знаете, такое интимное. Так, хорошо. Угу. Оставила комментарий на странице, на нашей страничке. Написала каждому из сыновей сын, имя в 3 ласковых вариациях. Я очень тебя люблю. Прости за все негативные эмоции, которые ты испытал от меня в детстве. Знаешь, что в любой из прошлых ситуаций по отношению к тебе, который поощущен... О, сейчас, секунду, подождите. Подождите, я не успеваю читать, чат скачет. Негативные эмоции ты испытал от меня в детстве. Знаешь, что в любой из прошлых ситуаций по отношению к тебе, который по ощущению схожи со страхом или обвинением тебя, я поступаю в них там кардинально наоборот. Супер, с любовью и только с любовью. К тебе тепло внутри, ласка, весело и светло. У меня счастье и радость и благодарность, что ты родился у меня. Люблю, целую, обнимаю с зачатия рождения ползунка, ходунка, бегунка, детсадовца, первоклашки, школьника, студента и по сегодняшний день. Ссылка. Окей. Супер, классно. Друзья, очень приятно читать о ваших переменах, о том, что с вами происходит. Это очень здорово. Когда во сне просыпаешься, в будущем его вижу, как пришла к нему яркая вспышка, свет и темнота. Так тоже бывает. Так, как и предупреждал, ты по разным темам приходишь в одну и ту же ситуацию в детстве, а там уже все по-другому. Отзывается, и отменить там нечего. И поступать там так, как следовало, в целостности уже выбрал. А, в целостности. Это уже участники нашей программы, потому что целостность — это немножко другая техника из другого тренинга. Уже выбранный, прожитый там. И цепочка с того момента другая, но каждый раз всплывающие негативные эмоции здесь и сейчас при помощи окружающих приводят в там. Одну и ту же ситуацию. Пока писал вопрос, поняла, что ничего не надо уже менять. В там ситуации просто любить, побыть в ней в состоянии целостности множество раз. И ощущать, что здесь сейчас стало по-другому. Ага, да. Мне так нравится уже свое состояние безответности возмутителем.
После каждого негативного ощущения начинаю искать возможность уединиться и стереть или что-то записываю. Люди в недоумении, что я записал посреди разговора. Я понял. Ну, поздравляю, здорово. Это очень приятно, да, читать о ваших переменах, о том, что в вашей жизни меняется, что становится по-другому. Очень здорово, классно. Хорошо, окей, давайте еще по вопросам. Что у нас участников вот сейчас, ну, уже гораздо больше 200 человек, поэтому жду от вас вопросы. Друзья, а у меня к вам просьба, если вы видите, что там уже появился 1-2 вопроса, остановитесь пока, ну, как, пока не пишите, пока я на них не отвечу, иначе просто чат начинает, ну, представьте себе, даже если половина участников напишет, там больше сотни человек, я даже прочитать не успею, то есть просто будет скакать чат. Вот, Маргарита, комментарий, да, то есть вопросы, которые на страничке. Как бы все зачитывать не буду. 13-й вопрос. Ваше состояние после базовой техники квантового равновесия. Так, 11. Мне хорошо и спокойно. Спасибо вам. Квантовое равновесие – реальный инструмент поменять жизнь. Здорово, супер. Так, может ли позитивная ситуация быть моложе негативной? Конечно. Это роли не играет. И можно ли одну и ту же использовать для нейтрализации разных случаев? Да, конечно. Еще залипая в жалости к себе, хоть ты об этом и говорил. Ну, жалость к себе – это самая простая штука. Обида, стыд, вина, жалость к себе – с этим легче всего. Это не сильный эмоциональный заряд. Это эмоциональный заряд, но он не такой сильный, как страх или гнев. Да, потому что, ну, это гораздо более глубокие, более сильные эмоции. Эгоистические эмоции, такие как стыд, вина, обида, жалость к себе, чувство важности, правоты, ну и тому подобное. То есть это с этим очень легко работать. Если будет время, расскажу об этом тоже. Насколько я вас поняла, удалив первую негативную ситуацию в своей жизни, я удаляю все последующие автоматически. Да, точно. Я в 4 года попала под машину, у меня были серьезные травмы и полная потеря памяти. Все, что было до 4 лет, я не помню. Мои добрые родственники рассказали, что когда моя мама была беременная, они были у нас в гостях, мой папа ругался с моей мамой очень сильно. Когда я это услышал, мне было так противно. Я тогда еще не родилась, это была моя первая негативная ситуация. Да, возможно. Ну, все, что вам нужно делать, это просто искать более ранний эпизод. Он всплывает автоматически. То есть насчет этого, ну, как бы даже особенно беспокоиться не нужно. То, что всплыло, с тем и работаете. Все очень просто. Окей, давайте еще по вопросам. Сейчас я чуть шрифт увеличу. Все, вот так получше. Окей. Друзья, жду ваших вопросов. У нас сегодня не сессия, вопрос-ответ. Я мало что буду рассказывать. Да, ну окей, пока нет вопросов, давайте я тогда, ну, как бы такую штуку расскажу. Смотрите, вы уже хорошо понимаете, что касается бетты. То есть это как бы провальное решение, решение поражений. То есть по сути это решение, оно будет влиять на всю вашу жизнь. До тех пор, пока вы его не найдете, не разрядите 4 элемента, то есть картинку, эмоцию, ощущение в теле и диалог, ну что из этого есть, да, не обязательно, что все 4, то есть что из этого всплывает, вы разряжаете, и дальше автоматически, все-все-все, остановитесь, пошли вопросы, остановитесь на секунду, и автоматически всплывает первое решение. Когда вы находите его и осознаете, в принципе, этого достаточно, вы понимаете, бред какой, оно исчезает. Если хотите, можете его еще раз как бы оказаться в, вот в такой как бы точки за секунду до принятия решения и заметить, как вы его принимаете, и принять другое. Можно так сделать? Ну, в принципе, если вы осознаете, этого достаточно. Так, у меня 3-й день, болит голова, не получается найти причину. Ну, это может быть как бы причина чем-то другим, это не обязательно с этим. Но можете разговорить этот симптом, просто спросить, если бы... Сейчас, секундочку. Если бы это было в словах, чтобы это было. Так. Екатеринбург. Очень трудно вспомнить сливые моменты в жизни, просто залипаю на этом этапе и с трудом двигаюсь дальше. Понимаю, что в таком случае надо искать бету, которая не дает ощущать счастье и радость. Если нет дискомфорта по поводу отсутствия радостных эмоций, то как начать это прорабатывать? Какая эмоция указывает на ситуацию, где появилась бета, запрет на эмоцию? Это нужно искать. То есть здесь невозможно сказать, что это вот в такой ситуации. То есть она всплывает. Если вы идете по цепочке, лучше делать это с бади. Да, вот то, как мы делаем в программе, мы используем другого человека, партнера по упражнению, чтобы он работал с вами. Так намного легче. А вы работаете с ним. Не могу понять, как работать насчет устройств, как работать насчет устройства на работу. Ситуация постоянного увольнения. Через 3 месяца в итоге непостоянный доход и нехватка денег, если я буду стирать ситуацию. Убежал в чат. Сейчас.
Я не могу уже этот вопрос уверить странно. Так, а что за страничка такая, что здесь нету предыдущих вопросов? Ого. Ладно, окей. Ну, еще раз просто напишите. Когда вы проводите опрос, все получается. Когда я сама делаю, то все слабенько. Когда больше одного случая на данную тему не могу вспомнить. Но поэтому я говорю, ищите партнера по упражнению. Находите его здесь, работайте с ним. Потому что самостоятельно первый месяц сложноватенько. У нас поэтому программа аж 4 месяца длится, а не 7 дней. Так, огромная благодарность за техники. С момента начала практики улыбаюсь, пришла к выводу, что сильных ситуаций с положительным зарядом у меня отложилось в памяти меньше, чем с отрицательным. У меня тоже, у меня была такая ситуация, когда одной позитивной ситуации, но которая, ну, по сути, как бы она не такая уж и позитивная, стер 20 очень сильных негативных. Так бывает тоже. Могу вспомнить негативную ситуацию, но не могу почувствовать эмоцию. Также с позитивными моментами. Сам момент вроде есть, но эмоций нет. Хотя помню, что моменты позитивные и радостные. Ну, нужно, знаете, как бриллиантовая рука. Будем искать. То есть нужно находить. Это всего лишь привычка. Просто искать позитив, и он начнет всплывать, если на это направить внимание. Самый ранний эпизод надо прорабатывать только с бади, самому трудно. Нет, можно самому. Если у вас есть эта способность, нет проблем. А если ситуация связана с обращением к Богу, как снимать его, просить? Точно так же момент, где было принято это решение. Елена, я вам чуть позже отвечу, тоже, ну, как бы в личном чате, потому что, ну, я видел, что вы написали, но не читал. У меня там больше 50 чатов неотвеченных, и я сейчас вообще в таком завале. Если компьютер открываю, все, это полдня. Так, обиду лелеяла 3 дня, теперь на ноге затвердение. Войти в эмоциональную ситуацию не могу. Возможно, стоит запрет на переживание негативных эмоций. Да, такое тоже может быть. Ищите, откуда это. Если во время практики практически ничего не ощущаю, не вижу, а как бы додумываю или даже придумываю, это ненормально? Нет, это нормально. То есть оно бывает так, когда, ну, как бы какой-то из аспектов, да, куда все пропало, я тоже хочу спросить, куда чат делся? Я не могу понять, что происходит, то есть нету предыдущих записей. Сейчас я попробую перезагрузить страницу, может, что-то меняется, странно, первый раз такое. Что я начинаю читать, чат убегает и все, я уже не успеваю. Так, кажется, или нет. Мне кажется, что бади меня отвлекает. Дело в том, что он человек неподходящий, просто самой мне как-то проще прорабатываться. Это норма? Ну, у меня бади вообще никогда не было. То есть я всегда делал сам, поэтому с бади первое время легче. Но это бади для ленивых на самом деле. Но если делаете сами, делайте сами, нет проблем. Так, если удаляем негатив, но не принимаем решение, значит ли это принятие альфа-решения автоматом? Нет, смотрите, вы не принимаете альфа-решение, вы удаляете бета-решение. Альфа уже есть. И по сути, ну как бы следующая вещь, которую нужно понять, альфа и бета – это два полюса. Это не разные вещи. Вы бету приняли только потому, что есть альфа. Если бы не было альфа, не было бы никакой беты. Но когда вы удаляете бету, автоматически всплывает альфа, и это то, что вы хотите прожить. Есть другие техники, когда вы удаляете обе, и бету, и альфу. Ну, как бы эта техника не ведет к счастливой жизни, эта техника ведет, ну, к опустошению ментального слоя, что ли, когда вы просто оказываетесь здесь и сейчас. Я не думаю, что среди участников много желающих так воспринимать реальность. Так, здесь стирается также к негативу, особенно если он тоже сильный. Да, конечно. И у вас, по сути, как бы балансируется. Ну, чуть позже об этом расскажу, напомните, это важный вопрос. Как долго можно использовать позитивную ситуацию в одной сессии, или как долго не затрепается она? Иногда всего лишь на один раз хватает, иногда на несколько. Может ли бета появиться без моего участия, то есть когда я еще не родилась, когда мама была беременна, много чего в моей жизни, очень уверена в себе, мама говорила, что она была беременна, папа ее сильно избил, бил по животу. Так там и может быть бета. Это в любой момент может произойти. Это же бессознательное решение. Если бы его осознавали, оно бы не действовало. Возможно ли, что помогая прорабатывать другому человеку ситуацию частично, разряжает свой заряд? Да. А то у меня сегодня появилось такое ощущение, вроде вчера прорабатывал, только вспомнить не могла. Возможно ли, глюки пришли? Нет, может быть такое, что вы свой заряд как бы реактивировали, запустили, он удалился. Да, такое бывает. Так, внизу есть написано предыдущие записи. Вот сейчас у меня появилась предыдущая запись, до этого этой штучки не было. Так, если удаляю все негативные ситуации, связанные с моей семьей, и касающиеся отношений с мужчиной, это моя личная жизнь, отношения с родственниками начинают налаживаться. Это так? Да, может быть.
Такое тоже может быть. Если там в цепочке с мужчинами было что-то связано там, ну, то есть зависит от решения. Иногда решения, они очень, ну, такие глобальные. То есть одно решение на несколько сфер жизни. Так, кстати, часто бывает. Вот у меня так было. Так, убирала заряды, разговаривала с дочерью, студентка, на ее просьбу у меня ответ. Денег нет, надо во многом отказывать. С этим утверждением всплыло чувство в теле, в области солнечного сплетения, рычащая пасть собаки, не могу увидеть первую ситуацию. Смутно помню, что в детстве с позитивом не получается на 100% прожить, поэтому сомневаюсь, получится так, как надо, как проверить. Ну, нужно просто дальше стирать, обрабатывать эту ситуацию. Когда там нет заряда, и вспоминаешь, ну, как бы нет никакой реакции, то есть такое безразличное состояние, ну, вроде было, а вроде не было. То есть если полностью стереть заряд, может исчезнуть сама ситуация. Если там чуть-чуть остается, что в принципе нормально, оно уже не влияет, то там просто исчезнет всякий интерес. Можно еще раз, чтобы вы были бадди? Нет, бадди, Галина, я быть не смогу, потому что, знаете, когда в течение месяца там сотня другая людей просит, чтобы я был бадди, у меня просто 24 часа в сутках, и я не смогу никак, ищите другого бадди. Увы, постоянное увольнение. И боюсь, вдруг сотру, и не будет вообще работы. Да нет, постоянное увольнение более 3 месяцев, не работает, ситуация не гаяется, тысяча, вдруг сотру, и вообще не будет работы, на что опереться. Наоборот, когда стираете, возможность открывается, бета блокирует возможность. Так, благодарю от всей души, 42 года копила, теперь не могу стереть улыбку с лица, никогда такой счастливой не была, если возникает какая-то боль, растворяю ее, также перестала душить щитовидка, хотя говорили это навсегда, жить здорово. Ольга, вам спасибо, здорово, что вы делаете, используете. Всегда, вот знаете, вот больше всего радует, когда читаешь или слышишь о ваших результатах. Это, ну, понимаешь, что не зря. Так, можно ли мне работать с мамой, я ей буду говорить, как вы, не перейдет ее негатив ко мне. Нет, негатив не переходит, это эмоциональный заряд, это не, это, знаете, как бы это не вирус, там, насморка или чего-то. Так, как бороться с откатами? Откат – это бета, другого отката не существует. Находите, убираете, все. Можно ли, вот, если вспомнил ситуацию из детства, как факт, как с этим работать? Ну, как с фактом, так и есть. При попытке вспомнить позитивы из детства, поводы для радости были, саму радость не помню. Добралась до факта, что прыгала на диване от радости, папа пришел и выбила зуб. Ситуацию помню, потому что мама не раз рассказывала об этом. Пришла к этому, потому что еще и запрет на радость. Вот это и нужно удалять. Удаляйте, там еще. За кого-то порадовался, вообще не проблема, куча восторга. Когда касается лично меня, я как бы запрещаю себе эту эмоцию, появляется либо тревога, либо боязнь, либо вина. Как проработать ту ситуацию с детства, если я ее не помню из рассказов, мне около 2 лет было, заранее благодарен. Находите то, что вспоминается. Там может не быть картинки, но может быть ощущение. Вот как я вам показал, да, я вам показал самую простую технику. Причем эта техника работает с очень, ну, как бы детскими эпизодами, когда еще не было картинок, да, когда психика работала там через эмоции. Да, больше, по большей части не записывала тогда еще так активно картинки, как в более взрослом возрасте. Вы просто находите субъективно, где вот эта эмоция была. И туда раз, нашли эмоцию, стерли, этого достаточно. Самый сильный заряд, он в эмоции. Так, я как-то попросила Творца показывать мне ситуации, где я допускаю ошибки. С тех пор прошло много лет, я вижу и помню все свои ошибки, стираю. Как вы советовали, пока получается 2-3 заряда за 30-60 минут. Ну, нормально, почему нет? Просто продолжайте, оно ускорится потом в разы. Это вопрос времени, это способность восстанавливаться. Это вообще наша естественная способность, на самом деле. Так, хочу продать машину, раздать долги, начать дело, но боязнь остаться без денег, и не хватит на их не хватит на все. Страшно прорабатывал. Не могу избавиться. Позитивный момент, летать хочется. Негативный тоже сильный. Спасибо. Вам спасибо. Я просто не понял, ну, как бы, в чем там вопрос, Алексей. Если, как бы, ну, это не комментарий, вопрос, напишите просто еще раз и там вопросительный знак поставьте, потому что, ну, как бы, я прочитал только комментарий пока. Так, бадди не только для меня, для всех. А, в том смысле, что я вот так, как бадди, да, с группой. Но я поэтому только с группами работаю. Я индивидуально уже просто не берусь, потому что, ну, нет на это времени, к сожалению. Что делать, если сложно в воспоминаниях, хорошего сложно описать запах. Без запаха делайте. Просто когда вы делаете по всем сенсорным каналам, опыт восстанавливается полностью на 100%. Ну, тогда он сильнее. Если какой-то канал не включен, нет проблем, он тоже достается.
Может ли быть так, причина с финансами, а прохожу, стараюсь проходить по цепочке и плавно сворачивается на ситуацию, связанную со стыдом? Конечно, может быть. То есть, может ли не быть денег, потому что что-то было стыдно в детстве? Конечно. Стыд, вина, страх, жалость к себе, там все что угодно может быть, конечно. Это оттуда все и берется. Чем чаще вы это практикуете, тем больше вы понимаете, что там короли и капуста каким-то образом связываются. Обязательно ли слушать вас по записям, как ведете вы, или можно уже самостоятельно переходить? Конечно, можно самостоятельно. Чем меня все время слушать? Переходите. Знаете, в записи имеет смысл только 90-дневная программа. Ну, 120 дней. Мы сделали 4 месяца, а не 3, потому что ну, там очень много материала. Вот то, что я здесь рассказываю, ну, это от силы процентов 5. Там у вас складывается вся картинка со всеми как бы мостиками и простроениями между всеми нюансами. Там очень много практики. Мы ну, как бы думали, как хотя бы часть этого втиснуть в 7-дневную, но нет такого способа, не получается. Поэтому если вы проходите 90-дневную, там все нормально, расслабьтесь. У вас там и партнер по упражнению будет, и вы пройдете через все уровни. Потому что здесь я рассказываю только ну, об одном слое. Так, во время самостоятельной проработки в памяти всплывает более ранние ситуации с этим чувством. Бросать текущую ситуацию незавершенную, начинать работать. Сейчас, секунду, подождите. Сейчас. Это ускакивает чат. Бросать текущую ситуацию незавершенную, начать работать с новой возникшей ситуацией или прорабатывать все почты одну за другой, направлять к самой ранней. Да, можно. Ну, я, например, ускоренно делаю раньше, потому что начало, оно более сильное. Но вы замечаете те, которые ну, по дороге более сильные, разряжаете, которые просто промежуточные, можете их оставить, оно все равно разрядится. Как от симптома лишний вес и опухоль какая-то там перейти к эмоции, чтобы потом уже стирать или работать с эмоцией по поводу симптома. Я бы вначале убрал по поводу симптома. Да, это отношение, которое будет, ну, это может быть вторичной выгодой, которая будет удерживать. А дальше нашел бы, какая эмоция, с каким решением было как бы в преддверии этого. Да, так проще всего. Можно ли положительную ситуацию придумать? Главное эмоции, да, конечно. Важно ли стирать ситуацию в тот же день, как ты ее вспоминал, или можно набрать несколько штук и потом по цепочке? Я бы рекомендовал, всплыло, удалите. Вот эта привычка скапливать, ну, представьте себе, руки испачкали во что-то ну, очень неприятное, да, с неприятным запахом. Вы когда будете мыть? Когда вы испачкаете еще несколько раз за несколько дней, вы же сразу помоете. Вот научитесь то же самое с этой штукой делать. Всплыло, сразу удалите, не надо скапливать, смысл. И живите более полноценной, счастливой жизнью, иначе скапливается боль. Так, семейная жизнь за 3 дня очень улучшилась. Анна, поздравляю вас, очень здорово. Так, а как правильно перед уходом вовнутрь человека Бадди лучше слушать, все вникать, или просто он должен думать и не рассказывать? Это как вам нравится. Если вы рассказываете, вы как бы больше держите на поверхности. Если вы ушли, вы можете, знаете, как бывает, там, свободная ассоциация, вас унесло в другую сторону. Если вы говорите, вы как бы вот вербально удерживаетесь в русле. И ваш Бадди тогда как бы помогает вам, он понимает, куда вас направляет, сбиваетесь вы или нет. Самостоятельно, да, конечно. И некоторым людям я вначале рекомендую тоже проговаривать самостоятельно, чтобы вы не сбивались, иначе вы начнете с одной темы, потом услышите лай собаки, потом вспомните, какая собака у вашего друга, какая у него жена, и понеслось. Классика жанра. Пока у вас не будет привычки вот, концентрированно работать по цепочкам, это тоже придется время. Сильная эмоция страха, как избавиться? Точно так же любой техникой. Но лучше найти, когда она впервые возникла, и она тогда исчезнет. Так быстрее намного. Иначе просто поверхностный заряд будете убирать, она будет ослабевать, вы будете чувствовать облегчение, но она совсем не исчезнет, пока не найдете первый эпизод, где эта бета появилась. Так, дочь бросил парень, она его любит, страдает, пыталась с ней проработать по телефону, вроде бы слушала и делала, обида сильная, говорила больно в груди, не могу дышать, прошла неделя, легче не стало, но прорабатывать отказывается, что делать, настаивать или как помочь? Нет, ей хочется страдать, это знаете, вот есть возраст, когда, ну то есть достаточно посмотреть любой современный фильм, клип, песенку. И там все время про несчастную любовь, понимаете? И подросткам им впаривают эту идею, что любовь должна быть несчастной. То есть звезды об этом поют, фильмы. И вот это считается как бы в современном мире любовью. Ну, то есть пока у нее не возникнет желания избавиться от вот этой программы, там бесполезно что-то делать. Ну, хотя есть вариант, но мы всей семьей работаем
По самортонике. Стали лучше спать, реже возникают мелкие обидки, потому что раньше сильно задевало, теперь смешит. Вот такенное спасибо. Еще это вам спасибо. Когда начинается 91 день? Я думаю, что вот через несколько дней уже у нас после завершения семидневного. Ну, кстати, я понимаю, что многие из вас, они вольются автоматически в программу, потому что ну, вы остановиться уже не сможете. Вам захочется реально все проработать, а не так часть за неделю. Так, бьюсь, как рыба об лед, такое ощущение, что стою на пороге, но прорыва не чувствую. Последние 2 месяца живу в тревоге, смотрю ваши мастер-классы, тревога уходит. Но полдня проходит, и тревога возвращается. Есть чувство, что меня, как котенка, тыкает мордочкой, только понять не могу, куда. Ольга, это бета. Пока вы не найдете ее, это будет оставаться. Нашли, разрядили, оно автоматически поменялось. Это, с одной стороны, ну как бы просто объяснить, но когда вы начинаете работать, там есть определенные нюансы. Как вы думаете, почему наша программа длится аж 4 месяца? Да, ну казалось бы, да, ну, в принципе, как бы, теоретически может за 4 дня, нет. Вам нужно время на сессии, между сессиями, для того, чтобы переварить материал, проработать. Ну то есть там много чего. И там как бы ну, методики, они немножко отличаются, ну не немножко, они сильно отличаются от того, что здесь. То есть там у вас как бы компас, куда копать, как копать, откуда. Ну, то есть там много чего. Здесь мы как бы, понимаете, вот ну, то, что в семидневном, в принципе, если очень постараться, оно сработает. Но если вы не привыкли стараться и как бы вот поверхностно, вам однозначно нужна программа. Но есть люди, знаете, есть такие кадры, которые вот берут вот столько и получают такой результат. Ну, прикольно, я рад, что такие люди есть. Так, ну в записи... Вы дышите как-то специальным дыханием, может, это тоже хорошо влияет на проработки, поэтому я спрашиваю, что за дыхание, когда саму себе вопрос задаешь, вы произносите ом или что-то там при дыхании? Нет, я такого не делаю. Это специальное дыхание обычное. Интересно, где это в записи, у меня там специальное дыхание. Бывает ли ситуация, окрашенная в различные эмоции, поймала себя на том, что обиду не испытываю, когда... вспоминает ситуацию, а вот после проработки появился о том, что есть наказание за ошибку. Да, есть такое, это как бы ну, как доп. Заряд. Находите его, убирайте, это уже проще. Это как бы ситуация по поводу ситуации. Иногда не получается. Ну, понимаете, это когда вы на бету еще что-то накладываете, и вот тогда вы уже, у вас появляется новый контекст для сравнения. И вы уже не это оцениваете, вот как бы напрямую, как оно есть, а уже с какой-то позиции. Вот от этого в самом начале избавьтесь. Так, иногда не получается опознать, что именно за эмоции. А не нужно опознавать. Работайте с этим как с чувством. Не обязательно называть, это роль не играет. А кто не может оплатить тренинг из-за ситуации на работе, не хочется бросать проработки? Ну, насчет этого пообщайтесь со службой техподдержки. Может быть, они что-то придумают. Наталья, но проработки ни в коем случае бросать не нужно. Если вы уже начали, продолжайте. Да что, бросать? Какой смысл тогда начинать? Так, как работать с чувством боли в пояснице или в других частях тела? Точно так же находите, какая эмоция за этим. Часто так бывает, что боль в спине, да и в разных частях тела, да, вот массажисты, профессионалы об этом знают, это результат стресса. Стресс – это другое название страха. Да, то есть страх, он может проявляться от легкого дискомфорта и беспокойства до панических каких-то вообще там атак, знаете, там, просто паника, да, паники. И вот между вот этими градациями страха существует определенное напряжение в мышцах, как результат этого страха. Да, то есть стресс физически – это напряжение, это как бы ну, сжатие. И это может быть там в желудке, спина, еще что-то. Когда вы нашли, что это вызывает, убрали, автоматически это расслабится. То есть этот симптом может уйти. Прорабатывала эмоцию давнюю в теле, ощутила ее внизу живота, как только ее удалила из тела, тут же в районе бедра ощутила неприятное жжение. Какая-то желеобразная субстанция неприятно перемещалась и приносила физические неприятные ощущения, удалила в несколько приемов, не хотела уходить. Вопрос, или я неправильно определила местоположение эмоций в теле, или может быть их несколько. Это цепочка. То есть вы удалили одну, поднялось то, что было до нее. Удалили эту, поднялось то, что пока вы до первой не дойдете. Оно похожим образом может как раз происходить, если вы идете через ощущение. Это вот так оно и происходит. Как работает ситуация, когда ты сам обидел человека? Взять, что там, какая реакция на эту обиду, что там, стыд, вина, там, страх, жалость к себе или там что угодно, и удалить. Все точно так же. Вы работаете со своим.
Можно ли во время техники ощущения и вопросы на ответы записывать? Ну, будет очень сильно отвлекать. Можете, но этот процесс, во-первых, затянется, во-вторых, ну, у вас может появиться привычка. Там на самом деле ответы не важны. То есть вы вопросы задаются только для того, чтобы направить внимание. Потому что работает, это же, понимаете, не техника коучинга. Там задал вопрос, там какой-то ответ, вопрос на этот ответ, чтобы направить. То есть эта технология, она при помощи вопросов направляет ваше внимание в определенную область. Там что-то всплывает, и то, что вы уже смотрите, этого уже достаточно для начала процесса трансформации. Когда вы используете наши техники 3-4 месяца, да, вот у многих участников очень прикольно читать отзывы, делайте, у вас появляется естественная способность просто смотреть на проблему, и она начинает растворяться. Вот так должно быть. Когда вы уже перестаете удерживать, у вас появляется новая привычка, ну, то есть смотрите и не держите, как бы принятие случается, такое фух, и исчезает. Это то, как оно должно быть естественно. Но оно со временем возвращается, эта способность. Такое ощущение, что страх проявляется в разных частях тела, конечно, да. Ну, это не страх в разных частях тела, это просто как бы результат напряжения в разных частях тела. То руки и ноги трясутся, то сердце колотится, то живот скрутит. Нет, это один страх просто, но это как бы его проявление. Это, ну, обычное дело. Как правильно искать причину в раннем детстве или искать в прошлой жизни? Вы ищете более ранний эпизод. Всплыл в этой жизни первый, стерли. Ищете более ранний, всплыло какое-то другое переживание, вы понимаете, прошлая жизнь, удаляете. Не обязательно, понимаете, то, что всплыло, с тем и работаете. Это как бы прошлое, не прошлое, не оценивайте. Всплыло, работайте с этим. Ну, там будет всплывать и прошлая жизнь точно тоже. А, получается медленно, но уверенно. Весь день наполнен радостью. Спасибо огромное. Это вам спасибо, Светлана. Так, на одной из ваших очных бесед вы сказали, что существует техника, позволяющая убрать бета за 10 секунд. Можно и за 5 секунд убрать. Очных — это что за очная беседа такая? Да, за 5 секунд можно убрать бету. Есть такое. Это когда вы, ну я, может быть, в конце расскажу, это когда вы при помощи визуальной техники это делаете. Так, я не выходила на улицу, не простывала. Сегодня на губе зарождающийся герпес. Можно ли считать тем, что процесс начался и выходит негатив многих лет? Да, такое бывает, может быть. Не обязательно, что это оно, но такое возможно. Важно ли найти новое решение в негативной ситуации, или достаточно только не призывать заряд и не смотреть, что там дальше происходит? Это как нравится. Да, то есть все зависит, вот на секунду, пока не пишите, подождите сейчас секунду, я отвечу на этот вопрос, потому что этот вопрос на самом деле он не такой простой. Вот смотрите, такой важный момент. Если вы просто хотите стереть эпизод, потому что... Как бы это объяснить? Я быстро не смогу. Это зависит от вашего уровня зрелости. Варианта два. Либо вы хотите прожить счастливую жизнь и прожить то, что хотите, да, потому что у вас позитивный заряд остается, альфа, непрожитая. Либо вы хотите, ну, то есть, как бы оказаться в состоянии медитации, то есть здесь и сейчас. У вас нет ни альфа, ни беты. То есть вы просто как бы, ну, воспринимаете то, что есть, таким, как оно есть, без желания поменять, без желания что-то достичь. Вот от этого зависит, какую именно технику вы делаете. Не то, что какую, какой нюанс. Но если вы просто хотите оказаться в медитации, вы просто стираете. Ваше внимание направляется в прошлое, в эпизоде там ничего нет, нет заряда. То есть и это отсутствие заряда не стимулирует вас к чему-то. Если вы стерли заряд и поменяли решение на позитивное, там появляется как бы позитивный заряд, позитивные эмоции. Это будет вас стимулировать как бы проживать что-то, что вы там заново решили. Поэтому смотрите сами. Да, это как вот если у меня спросят, как мне ездить за рулем. Я могу только сказать, я могу научить тебя, как ездить. А как ты будешь ездить, это тебе решать. Кто-то проскакивает на желтый, кто-то останавливается, кто-то держит большую дистанцию на маленькой скорости, кто-то на большой скорости маленькую дистанцию. Понимаете, нюансов очень много. И... вам нужно понять, да, вот у нас в программе что происходит, у вас появляется ваша собственная жизненная философия. То есть она идеально вам подходит, да, вы свою жизнь начинаете проживать. И вы поймете, что там, ну, как бы, есть набор инструментов, есть набор последовательных шагов, но нету точного правила. Вот так сделай и все. И постепенно у вас будет появляться, ну, как бы, свой стиль, что ли. Так же, как каждый ездит в своем стиле за рулем. Поэтому, ну, как бы, вот такая вещь. Все зависит от того, что вы хотите получить в результате. Это самое главное. Так, а если себя простить не можешь за некоторые события, это заряд. Стирается и все. И даже вспомнить потом не сможете, что это было. Так, в семье стали меня игнорировать, как будто вообще не существует. Стало плохо спать. Ну, бывает тогда, первое время особенно.
Потому что вы становитесь, как это сказать, эмоционально свободной. Конечно, люди будут бунтовать какое-то время против. Так, нужно ли бы эту установку менять на другую положительную? А, ну, похожий вопрос. Или просто стереть эмоции? Это зависит. Если там нужна пустота, пустотность, да, которая, ну, по сути, как бы возвращает вас здесь и сейчас, потому что нету ценности во времени тогда. Это одно. Если хочется, чтобы был какой-то стимул, мотив двигаться в будущее, то решение меняется на позитивное. Так, если в одном эпизоде несколько бета-установок, нужно ли прорабатывать ее соответственно количество зарядов или спев сам эпизод? По-разному бывает. Бывает и пару решений иногда. То есть нужно просто обрабатывать заряд до тех пор, пока там что-то есть. Все. Можете любую из техник использовать, потому что, ну, те из вас, кто в нашей программе, вы знаете, что вы не одну эту используете технику, вы их намного больше используете. Может ли быть остаточная боль после проработки эмоций, ситуации, когда долго с ней работаешь за один сеанс, 3 часа с собой, это что такое вообще? И при этом тело откликнуло слезами, значит, докопался. Да, может быть. Переписал картинку, слетал в будущее, например, усталость в мышцах после бега, уже не берешь, усталость еще есть. Вопрос тяжести в груди, это показатель, что я не до конца проработал или проработал, но это как усталость и длительный сеанс удержания эмоций, как отличить. По-разному бывает. Вы просто смотрите, что за эмоции. Есть ли там какое-то, ну, как бы настроение, за этим чувством, есть ли там какое-то настроение, да, какая-то эмоция. Если да, то может быть остаток какой-то. Я бы доработал, я бы стер. Но бывает так, что, ну, остается кусочек какой-то, да, ну, там времени нет или еще что-то. И получается, что ночью оно как бы достирается. Да, когда человек спит, процесс продолжается. Такое тоже может быть. Смотрите, как у вас, потому что, ну, как бы это отличается человек к человеку. Но я бы доработал. Лучше стираете все. То есть покоя, радости и любви. Вот как бы до какого вам нужно стирать эмоции. Ну, 3 часа это как-то очень долго. Обычно, ну, 30 минут, ну, час максимум. 3 часа круто. Ну, поздравляю, если так у вас вообще так долго. Ну, в том смысле, я надеюсь, что вы много удалили. Если не очень получается отодвинуть негативную ситуацию, можно стирать картинку словно ластиком, чтобы она исчезла. Это уже техника модификации. Не стирайте. Весь смысл в том, что вам нужно принять. Есть техники, я могу рассказать, как модифицировать, и тоже часть заряда будет уходить. Но вы-то хотите полностью стереть, вы-то хотите бету стереть. Для этого в ней нужно оказаться, прожить, и только потом что-либо, ну, может быть, чуть-чуть добавить. Но опять же, так, мысли в голове у тебя не получится, не поможет. Это эго, как быть? Но это как бы не эго, это какая-то субличность, да, то есть какая-то часть, мы в программе с ним разбираемся. Эго – это когда вы как сознание отождествляетесь с этой частью. Вот это механизм эго. То есть ты как присутствие становишься кем-то там, женщиной, именем, там еще чем-то, профессией. Вот это эго, процесс отождествления – это эго, не то, что происходит. Потому что оно происходит у всех. Но одни отождествляются с этим, хватаются с опытом, а другие просто смотрят, как на то, что всплывает. Вот она разница, как бы в механизме эго. Эго – это просто, ну, как бы присваивание себе, больше ничего. Идея себя. Прорабатываешь одну ситуацию, эпизоды могут всплывать совершенно из других ситуаций. Да-да-да, это нормально, да. Ситуацию, какой на теме. Там вообще нет никакой связи. Это не так, что вы там какую-то цепочку ждете, а она по-другому. Так чаще всего и бывает. Вы не знаете, какой ранний эпизод всплывет. Как проверить, до конца стерлась негативная эмоция или еще осталось? Там, ну, то есть ноль. Вы смотрите и не понимаете, вообще было такое или нет. Ничего вообще, никакого отклика. Это значит стерлось. Оценивайте по 10-бальной, так проще будет. И до нуля идите. Или до плюсового значения, если хотите какой-то там толчок в будущее, мотив. Всю жизнь были деньги, вот уже 2 года не могу свести концы с концами. Раньше помогала всем родственникам, сейчас не могу, кредиты и нет работы, что нужно проработать. Найти, где вот это решение, то есть откуда оно взялось. Мы вот сейчас на этом слое, в 7-дневном, работаем с решениями. Главное сделайте. Я пишу на бумаге свои негативные эмоции, потом беру бумагу также. Также удалить как ситуацию, если сохранить, не будет ли влиять заново на ситуацию. Ведь говорят, что написано пером, не... это ерунда, все, пишите, не пишите, кого удалили. Вот я, например, выписывал когда-то сильный негатив, самый сильный, то, что я хотел удалить, поудалял, и потом, ну, этот листик забыл выбросить, и через полгода его где-то нашел. Читаю, написано минус 10, там, 8 лет, там, минус 10, 12 лет.
Я пытаюсь, ну, написано, что за ситуация. Я читаю и не могу вспомнить, что это было. То есть что-то, что меня беспокоило там больше 10 лет, когда разряженно читаешь и пытаешься понять, а что за ситуация это была. Вот когда вы удалили, оно примерно так у вас будет. Это смешно. Возможно ли новичку, когда возникает время для проработки, а бадди занят без помощи бадди, просто прослушивать запись вводной лекции с такой-то минуты по такой-то, с часа 41 до часа 54, и в роли бадди объясняете принципы и ведете слушателя? Конечно, можно, да. Этот цикл полностью соответствует методике, хотя и без захода в будущее. Но этот цикл соответствует этой технике. Эта техника, она демонстрационная. В мастер-классе там чуть глубже, как бы уже больше техника по цепочке идет, да, там с позитивом. Поэтому, ну, можете и так делать, то есть без проблем. Это все равно работает. Это смысл в самом процессе. Ну, это самое, как вы хотите делать. Ну, можете, и оно тоже работает. Так, у меня плохо получается растворять, а как бы переписываю, переигрываю ситуацию, будто вижу новое кино. Алла, не надо, это другое, это модификация опыта. Модификацию можете делать поверх стертого заряда. Если вы делаете поверх активного заряда, это только усилит бету. Поэтому вот этого пока не делайте. Это вот важная вещь, поймите. Иначе вы будете делать то же самое, что на всех тренингах там личностного роста, развития и вот этого всего бла-бла-бла, достижения цели, эффект только обратный, вы маятник так раскачаете. Так, не совсем понятно, что делать с будущим, просто представлять то, что хочешь. Ален, будущее представлять не надо, нужно его увидеть и прожить, да? И когда удаляешь то, что происходит, когда бета убираешь и проживаешь альфы, то есть происходит одна странная вещь, две вещи могут случиться, и та, и другая классно, потому что многие люди, они как бы, ну, не понимают ключевых вещей. Когда вам хорошо, этого достаточно. Как я уже говорил, у многих людей есть такая идея, что хорошо это, когда достигаешь какого-то определенного успеха, это бред. И бывает так, что проживаешь альфу как бы в, как бы это сказать, подождите пока, минутку вопроса не пишите, важный такой вопрос. Когда проживаешь альфу, ну, скажем так, виртуально, и она отпускает. И тогда может произойти очень странная штука. Когда проживаешь альфу, ну, вот как бы смотришь уже на позитив, то есть то, что хочешь в жизни, там, видишь, проживаешь, веришь, слышишь, чувствуешь, запах, вкус, полностью проживаешь, и месяца через два, три, у кого-то через месяц, у кого-то через три, четыре, отпускает, ну, как бы неинтересно. То есть нет уже желания это получить. И оно начинает появляться в жизни. И смотрите, у большинства людей есть сильное желание что-то получить, но этого нет. А бывает наоборот. Вот если так идти по этой технологии, ты уже не хочешь, а оно приходит в твою жизнь. И ты как бы, ну, окей, супер. Понимаете разницу? Большинство людей хочет, но у них нет. У них такой шпагат, они не живут. Они все время где-то в будущем когда-нибудь начнут жить. Да, в виртуальном. А когда наоборот, намного лучше. Когда ты уже не хочешь, ты уже прожил виртуально, а оно раз в жизни появляется. Ты как бы, понимаете, и относишься к этому не как вау, как достижение, а как бы, ну окей, нормально. Вот услышите разницу, у вас похожим образом будет происходить. Это очень прикольное ощущение. Так, осознала, что пьянством папа компенсирует боль от какой-то своей беты. Ух ты, про компенсацию, это где вы взяли? Это же настолько в программе. Понял. А как мне проработать, это не пойму. Жестко не принимала с детства пьяных, боялась и истерила. Всегда это решение, это какой-то эпизод, его нужно стереть. Если нет позитивных воспоминаний, что делать счастливых? Можно через покой. Делайте через покой. Тут-то смысл в принятии. Понимаете, берете приятное чувство, приятное, то есть приятно, принято. Да, неприятно, не принято. Берете любое приятное и стираете. Просто сильный позитив. Это как бы сильное принятие, да, вот сейчас пока не пишите секунду. Вот когда, например, какая-то сильная эмоция, радость, знаете, что происходит? Вы как бы «хочу», и вот это чувство «хочу», оно быстро втягивает негатив, когда смотришь на него из радости. Да, когда просто приятное такое, ну, спокойное состояние, то есть оно не неприятное, ну и не такое, что прямо очень приятное, оно просто как бы спокойное. Оно тоже сотрет, тоже интегрирует, но чуть больше времени уйдет, то есть несколько раз, но принцип тот же. Просто в сильной радости что происходит, когда, ну, как бы что-то как бы хочешь, как бы втягиваешь, да, не просто в покое, вот равновесие, покой, а это как бы сильный плюс. Этот плюс, он как бы втянет минус, как, ну, как, не как в вакуум, как бы это сказать. Я не помню, как, у меня в школе плохие оценки были, плохо учился. Я помню, на физике такой пример объясняли. Плюс на, не плюс на минус, а кислота на щелочь, что там дает, нейтрализация, что ли, вот нечто похожее. То есть вы нейтрализуете негативные заряды через позитивные. И что хорошо происходит?
баланс происходит. Потому что люди страдают не только из-за негативных эмоций, не только из-за бет, но и из-за альф, задавленных бетами. И вот этот позитив, который как бы есть в памяти, он создает проекцию на настоящее и на будущее. И человек вместо того, чтобы жить и наслаждаться тем, что есть, то есть создается непринятие за счет позитива в памяти. Ох, будет так еще раз. И вы в будущее спроецировали. Вы уже не здесь и сейчас. Это глупость. Когда вы стираете негатив с помощью позитива, у вас исчезает как негатив, так и позитив. И это хорошо, он в памяти исчезает. И после этого вы начинаете наслаждаться настоящим. Вот это вот очень редкая вещь, которую мало кто понимает. Сейчас, секунду. Как лучше работать бати, входить вместе с человеком в его ситуацию, помогать ему? Или он сам думает? Не совсем понял, что значит именно входить. То есть бати ведет по процессу. Он не вовлекается. Помогать человеку искать позитив и вести его, или он сам должен найти позитив. Да, бадди помогает. Ну, то есть бадди как бы как инструктор в спортзале. То есть кому-то нужно и штангу поддержать, кого-то там подопнуть, кому-то сказать, а ну-ка давай делай, кого-то похвалить. Вот это работа бадди. Он как бы просто помогает процессу двигаться. Сегодня работали с бадди и суперски убрали причины, вызывающие повышение давления. Теперь таблетки можно не пить. Ну, попробуйте, я не знаю, я не врач. Я насчет этого ничего сказать не могу. Просто посмотрите. Как бы я тоже что-то запуталась в техниках. Сколько техник есть в нашей программе, не понимаю пока конкретно. Ну, в 90-дневной программе там больше 5 техник, 5 основных. И у вас начинается с позитивных, потом больше нейтральные, а потом вообще без эмоций. То есть как бы вы идете, ну, как бы по опыту дальше. Поэтому делайте в начале, которое вам больше нравится. Если есть опыт работы с детьми 7 лет, ну здорово, если есть такой опыт, работайте с ними, конечно. Детям вообще это прекрасно научить их с детства. Так как отключить диалог в голове? Бывает, что лежу без сна несколько часов, так как мозг не отключается. Во-первых, начните слушать, не подавляйте. Дослушайте этот бред, и потом у вас будет меньше... Подождите, пока не пишите, секунду. То, что происходит, вы подавляете, сопротивляете диалогу, он как бы усиливается. Запомните, сила действия всегда равна силе противодействия. То есть бета – это всегда противодействие альфе, а альфа – это всегда противодействие бете. То есть то, что вам нужно сделать, это перестать этому сопротивляться. Послушайте этот диалог. Когда вы послушаете его полчаса, например, он затихать начнет, потому что вы услышите, во-первых, там бред, ни о чем. Во-вторых, у вас как бы исчезнет, как бы это сказать, ну, то есть обычно вот этот диалог, вам кажется, что там что-то важное, надо послушать. Когда вы послушаете его и поймете, что бред, у вас исчезнет важность этого. И вы так уже игнорировать будете. Он постепенно затихнет, но не подавляет, а именно игнорирует. То есть это разные вещи. Но вначале послушайте. Вчера перед сном делала медитацию, в итоге во сне разговаривала с своим подсознанием. Во сне была заперта в пещере под водой, которую завалило камнями, и воздуха уже не хватало. Но был маленький просвет, и мое подсознание говорило, ну что, ты там застряла, давай выходи уже, прикольно. Ну здорово. Есть и такие метаморфозы. Будущее должно быть разным или одно и то же. Вначале оно обычно, знаете, как бы будет всплывать. Ну вот смотрите, как бы вы будете все равно прорабатывать не только негативные заряды, но и позитивные. Позитивные желания – это тоже заряд. Альфа – это тоже как бы стимул, который движет вас. Вначале это будут как бы разные. Потом постепенно это будет вот все это окажется в одной картинке. Когда у вас все есть из того, что вы хотите, оно постепенно будет к этому приходить. Как бы к одному, ну такому общему, в котором есть все. Увидите это. Так, хотел уточнить, на втором пункте есть такой вопрос. Это вы или это эмоция? Разве это не моя реакция? Реакция как эмоция, соответственно, это же я. Ну, моя реакция, это уже два. Я и реакция. И вот смотрите, этот вопрос для чего задается? Потому что как только человек говорит, это я, он отождествлен, он это не может поменять. Как только он понимает, что это эмоция, то есть как бы это уже... отделяется, что ли, и есть возможность с этим работать. То есть это вспомогательный вопрос, но он позволяет вот как бы сделать вот из этого, что ну как это нельзя поменять, это там годами, а делается вот так. И когда вы на это смотрите, говорите, окей, убираем. То есть это как бы вспомогательный вопрос, чтобы произошло разотождествление. Сегодня прошла экзамен по новому своему состоянию,
где, в который вылил начальник, прошел мимо меня, поздравляю. Слегка зацепив, раньше пила успокоительный. Ну, круто. Я попыталась сама удалить негатив, но позитив, видимо, уже так притупился, что не очень подействовал. Я сама себе сказала пару раз, это меня не интересует, и все, спокойствие. Ну, супер, оно так и должно быть. Спасибо, проработала с Бали, как можно привести себя в хорошее, себя в состоянии позитива, повторилась. Здорово, супер, поздравляю, Наталья. Объясните, сначала меняешь бета на альфа, а в будущее нужно идти сразу после замены, или в будущее это отдельно? Нет, смотрите, Любовь, бета вы не меняете на альфа, бета существует только из-за альфы. Пока не пишите вопросы, потому что это очень важно, чтобы было понимание. Бета существует только из-за того, что существует альфа. Если бы не было альфа, бета не возникло бы. Бета – это, ну, как бы противодействие, это запрет на альфу. Если нет то, на что запрет, то сам запрет не возникнет. Я не знаю, ну, как бы, понятно ли я сейчас говорю? Просто смысл в том, что когда вы бету убрали, альфа автоматически проявляется. Ну, грубо говоря, вы убираете страхи по поводу каких-то желаний. Ну, так, грубо говоря, я обобщаю. Когда вы убрали это, желание проявляется. И дальше эту альфу вам и нужно проживать. Но когда вы сразу как бы вот проснулись, вот видите все, о чем мечтали, это и есть часть вашей альфы. Но это не просто какое-то как бы желание. Это что-то более такое предметное и более конкретное. И таким образом энергия вашей альфы туда и выливается. То есть ее перестает бета блокировать. И это, знаете, как бы из рогатки она выстреливает всю энергию. То есть вы беты поубирали и видите будущее, вот то, какое оно. Конечно, вся вот эта энергия альфы будет туда течь. То есть это так, вы ее не заменяете ни в коем случае. Вы убираете, альфа уже есть. Если бы не было альфы, не было бы беты. И наоборот, не было бы беты, как бы это... Ну смотрите, это вот как монета, да, альфа-бета, вот так это. Это не так, что вы, ну, вы не можете убрать одно только. Вы убрали, это как бы сторона монеты повернулась. Это как бы, знаете, там орел и решка. Это работает по такому же принципу. То есть смысл в том, убираете то, что мешает, и проживаете то, что хотите. И у вас исчезают оба полюса заряда, как негативный, так и позитивный. Потом вы больше осознаете себя, больше живете здесь и сейчас. Это уже следующий уровень зрелости, когда вы прошли, ну, наигрались в это. Про компенсацию вы говорили не раз. Ну, про компенсацию я обычно говорю только в программе. Странно. Ну, может быть, где-то на вебинарах было, потому что это большая тема, и как бы вот так тут ее не расскажешь толком. Ну, как бы в несколько слов, может быть, я говорил. Так, по поводу проживания будущего, я перед сном несколько дней представлял со всех сторон позитивную ситуацию, пока в конце концов она перестала представляться вообще. Знаешь, что я ее прожил, и она может случиться. Да, конечно, просто смысл в том, чтобы отпустить. Вот пока не пишите. Сейчас, остановите секунду. Смотрите, что происходит. Большинство людей что делают? Они «хочу, хочу, хочу». То есть таким образом они наделяют это значимостью. Что вы наделили значимостью, начинает раскачиваться. То, чего вы хотите, тут же всплывает, автоматически страх вдруг не появится. И вы раскачиваете. Когда в течение дня об этом думаете, вы начинаете вот так вот делать. Да, когда вы утром и вечером прожили, и потом не думаете. То есть вы туда энергию направили, но... Вы не крутите это постоянно в голове, не наделяете значимостью. Поэтому вы не добавляете туда второй полюс. Вы как бы приняли и отпустили, и оно начинает работать без полярности. Вот поймите, в чем разница этой техники. Так, на латинскими буквами, на русском языке. Сейчас попробую прочитать. Отец в детстве всегда пил и бил маму. Мне было лет 5-6. Помню эти моменты. Когда пряталась под столом от него во взрослой жизни, было 3 брака, и все неудачливые, все мои мужья пили. Ну, естественно, это жизнь, программа. Может ли та ситуация с отцом быть виноватой в моих неудачных замужествах? Спасибо за ответ. Так это оно и есть. Это программа и есть результат такого выбора, когда вот там находится вот эта бета и стирается. Этот, ну, как бы паттерн, стереотип вот таких мужчин исчезает. То есть к ним исчезнет всякий интерес. Это оно и есть, да, это причина. Так, крутилку в каком случае делать? Не очень помогает. Да когда нравится делать, это нет как бы правила. Крутинка, она больше работает, ну, через картинку.
Кому-то легко картинку удерживать, у кого-то, ну, как бы меньше визуальная система развита, им сложнее. Они делают через эмоции. Поэтому, как бы, у нас техника и через картинку, и через эмоцию, и через ощущение, и через оба полушария для тех, кто уже вообще там не видит, и не слышит, и не чувствует. То есть так, чтобы, ну, для каждого человека была техника. Так, после растворения заряда увидела изменения в первоначальной ситуации расставания с отцом, когда пошла в будущее, было вау, ощущение, там именно ощущение, никакой картинки, только улыбка и расширение тепла изнутри. Супер, здорово, поздравляю. Что делать, когда видишь сильный заряд у близкого человека, когда он реагирует на какие-то ситуации, ничего не хочется с этим делать? Ну, смотрите, есть такая фишка, то, что вы можете сделать, вы можете создать какую-то ассоциацию с позитивом. И когда человек в негативе, просто запустите эту ассоциацию, и точно так же вы сотрете заряд. То есть, если хотите, делайте так, без проблем. Это тоже работает, и принцип тоже. Так. Может ли быть после вложений в проект деньги пропали? Ничего не заработал после этого денег? Денег нет, ушли очень трудно. Не понял вопрос. Может ли быть после вложения в проект деньги пропали? Ничего не заработал. Ну, удалите заряд. То есть, если проект еще действующий, ну, как бы посмотрите, может быть, там можно что-то как бы продолжить. Если уже закончилось, найдите, где у вас более ранний эпизод. А если будущее всегда с самого начала одинаковое, ну это супер, так оно, ну как, такое должно быть. У меня так же было, оно не менялось. Я увидел и все. Я потом как не пытался там переделать, ну вот уже, да. Так, прорабатывая весь курс, очень трудно перейти в систему пересмотра ситуации позитива и негатива. Набираю целую купу эмоций, много очень информации. За 66 лет набралось очень много ситуаций, продолжаю работать с уважением. Здорово, поздравляю, очень здорово. Ну, тут нужно просто продолжать, вариантов больше нет. Так, по утрам сильная тревога, сердцебиение, сковывающий страх. О, прям как у меня. Невозможно о чем сосредоточиться, как в этом случае действовать. Находите, что это, стираете. Если хотите, да, поиграть в такую, как говорят, более взрослую игру, возьмите, когда это всплывет, 20 минут удерживайте там внимание. И так каждый день. И посмотрите, что произойдет. Просто вот оно возникло, 20 минут удерживайте. Никуда не отвлекайтесь, просто чувствуйте на 100%, как оно есть. И посмотрите, что будет. Ну, это как бы такая уже более сильная, ну, как бы это сказать, более жесткая, что ли, техника. Это же тоже принятие. Непринятие – это когда как бы не ходя полностью 100% внимание на том, что есть, такое, какое оно есть, без искажений, без модификации. То есть, ну, это как бы уже более такой, ну, что ли, мужской, более сильный вариант, ну, не такой мягкий, скажем так. А, можно подробнее для тех, кто не видит, не чувствует, не ощущает. Ну, я здесь не успею просто эту штуку даже рассказать, потому что там запускаются оба полушария, и возникает такое состояние, ну, как бы, ну, такого, как бы, расширенного внимания. И в этом расширенном внимании эпизод не может удержаться, он, как бы, исчезает. То есть я эту технику не успею сейчас рассказать. Она у нас, ну, как бы, подробно в программе в одном из модулей. Так, может ли навык не встраиваться, потому что в прошлом негатив в этой области? Ух ты. Это уже я понял. Участники программы. Ну, там, в программе есть такая штука, вы можете встроить любой навык очень быстро. Да, и бывает так, что навык не встраивается, потому что в прошлом есть негатив. Конечно же. Получается, что поверх беты встраивание тоже получается как бы, ну, отчасти модификация. Она начинает бету задавливать, бету усиливает. Поэтому вначале разрядите вот эту область навыка, а потом на ее место встраиваете, он еще сильнее будет. Тогда даже прикольнее. Ощущение в теле, появилась неосознанная плавность и грациозность в движениях. Ушли ненужная спешка и суета. Спасибо за такой побочный эффект, как женственность. Супер, здорово, Елена, очень здорово. Поздравляю. Так, а если ситуация связана с обещанием Богу, как снимать, его простить. Как снимать, его просить. Ну, точно так же вы находите момент принятия решения. Вот что там было. И берете вот этот сам фрагмент и стираете. То есть, либо полностью проживаете, это стирает. Либо как бы меняете решение, либо оказываетесь там за секунду до решения. Вариантов много. Но смысл оказаться именно так и для начала понять, вот осознать, что же произошло, что это. Понимаете, ну как бы принцип какой? Вы не можете поменять поверх решения, да, то есть вам нужно оказаться в том времени, в том месте, да,
как бы психологически. Вы когда вы там оказались, то есть оно как бы пумс и всплыло, то есть ключик к замку подошел. И тогда вы открываете его. Если вы как бы пытаетесь из другого пространства и времени это поменять, это не работает. Да вам спасибо. Сбади проработала свои страхи и неуверенность. Сегодня искала в теле страх, его нет, он полностью отсутствует. Ура. Ну, здорово, Татьяна, поздравляю. Классно. Окей. Это радует, когда такие результаты. Представьте себе, вы только несколько дней делаете это. Всего-навсего. Сколько там? 4 дня. Представьте себе, если это 4 месяца. И там более глубокие темы, более глубокие проработки. Ну, то есть здесь как бы нет возможности просто даже начать рассказывать об этом, потому что темы очень такие большие, глубокие. То есть, ну, как бы семидневный, он, ну, больше как бы по верхам, что ли, 5% от силы. Ну, тоже видите, какой результат. Здорово, классно. Так что в Новый год уже можете не загадывать желания на Новый год, а просто вы знаете уже, что делать. Меня уже 2 дня не добавляют в скайпе почему-то. В смысле? Это как? В каком скайпе? Куда? Давайте так сделаем. Просто я поставлю сейчас восклицательные знаки в чате. Добавьтесь тогда ко мне в ВКонтакте и там напишите, потому что если у меня в скайпе, то я сейчас скайп уже даже не открываю, там столько сообщений неотвеченных. Ну и ВКонтакте я тоже не сразу отвечу, вот я там восклицательные знаки поставил. Вот добавляйтесь туда в друзья, там, в подписчики, как вам больше нравится, и все. И вот давайте такой же Facebook сделаю. Где тут? Кстати. Вот. Можно ли стереть обещания и клятвы? Конечно, это же есть беты. Если не получается их сдержать, стирайте обязательно. Дала одно обещание, теперь не хочу его выполнять, потому что... Сейчас. Потому что ситуация изменилась. Конечно, конечно, вы что? Не привязывайтесь к этому. Ситуация поменялась, все, не создавайте себе внутренний вот этот раздрайв. У меня полностью изменилось внутреннее состояние. Здорово, поздравляю. Так, после того, как я узнала о вас и системе, начала жить, не доживать, как было ранее. Спасибо. Это вам спасибо. Так, как избавиться от синдрома отличника? Это решение там где-то. Синдром отличника – это всегда решение. Находите первую ситуацию, убираете, и все нормально. Вон я там восклицательные знаки поставил в Фейсбуке и в ВКонтакте. Вот туда добавляйтесь. Я, кстати, вчера или позавчера видео выложил, о котором я обещал там 2 дня назад, которое больше по предназначению, там, по финансовой вот этой вот тематике. То есть очень такая полезная, ценная информация. Очень рекомендую. Оно у меня прямо на странице, там, открывайте, смотрите. Здорово, вы знаете, ну как бы реально приятно, понимаешь, что не зря, когда вот там это поменялось, это отношение поменялось, там еще что-то, ну прикольно. Так, секунду, как избавиться, и от стремления к перфекционизму, это одно и то же, это где-то решение, вот те, в закрытую группу не добавляют, странно. Юль, напишите мне тогда ВКонтакте, и я вас сегодня добавлю, без проблем. Обычно это травма, которую вы компенсируете. То есть есть какая-то неуверенность в себе, потому что где-то было принято бета-решение. И вы хотите как бы это бета-решение перекрыть тем, что, ну там, вот я классная. Вот нужно найти эту бету, стереть, и компенсация ее исчезнет. Так, все получается. Большое спасибо. Чувство такое, как будто похудел. Не хожу, а летаю. Была тишина, обезьяна сидит ровно. Полный покой, но все прежние цели ушли, а новые не пришли. Как обрести новые цели? Ну, во-первых, Татьяна, это здорово, это классное состояние у вас сейчас. Постепенно будет всплывать, но оно будет приходить уже не из боли, как компенсация, а из состояния радости. И это будут совсем другие цели. Как выйти на ситуации, которые связаны с запретом на хотеть, какой задать себе вопрос, чтобы пошла эмоция? Вам не нужно вот как бы прорабатывать запрет на хотеть. Вам нужно лучше всего возьмите ту сферу, которая наиболее актуальна сейчас. И начинаете ее прорабатывать. Какая основная эмоция в ней? И по цепочке, где более ранее. Потом всплывет следующее. Что вы, ну, как бы, что вы в жизни хотите поменять?
улучшить. И так же дальше. Не надо отдельно искать там запреты на хотеть. Это все, знаете, такая смешная штука из других тренингов. То видео вывело еще на совершенно потрясный ролик к концу. Как будто никто не смотрит. Такой позитив. Гарфильд, как он есть. Да, есть такое. Так, смотрела видео, очень понравилось. Пазл сложился в голове. Лилия, здорово, супер. Поздравляю, классно. Вопрос из YouTube. Вы там чат, как понимаю, не видите? Могу ли стереть? Да, я YouTube не смотрю, потому что я и Skype сейчас не смотрю. Я там столько всего, что даже не открываю. Так, могу ли стереть программы детских обид у дочки, но без дочки? Можно. Используйте технику из программы, потому что, Людмила, я так понимаю, вы же участница программы. Техника работы с двумя полушариями. Сделайте с ней, а потом задайте вопрос про вот эти обиды. И они сотрутся, как только она о них вспомнит. Так, я писала, что 90, участие 90 дней, но уезжаю до февраля. Могу ли я вписаться в феврале? Так хочется так не прерываться, но времени не будет. Я пойму. Боюсь потерять наработки, что делать, как поступить. Как вам нравится больше? Можете начать сейчас и потом просто как бы, ну, пройти то, что успеете, а потом перейти в следующую группу. Это все равно как бы, ну, в одну стоимость входит. Вы ничего не теряете, но просто чем раньше начнете, тем лучше. Без проблем. Просто перейдете в следующую группу и уже, ну, то есть как бы не будете прерывать так долго процесс, что ли. О, внешняя ситуация пока не поменялась, но ощущение спокойствия внутри. Благодарю. Супер. Потом и внешняя ситуация начнет меняться, как отражение внутренней. Так, сегодня утром проснулся, в голове почему-то сразу закрутились негативные мысли, дурацкий диалог, который твердил, да куда ты вообще лезешь. Это чей голос, услышите? На что ты рассчитываешь, ничего не выйдет. Вначале хотел заткнуть его, потом решил дослушать. Хватило этой чепухи на 2 минуты. Потом сказать этому голосу было нечего, и я рассмеялась, потому что все, что услышала, полная чушь. Вот в одном из первых тренингов вы делаете, вот помните, Волбин? Да, и там есть упражнение, вы в течение 10 минут выписываете все, что приходит в голову, потом через 2 часа перечитываете и понимаете, какой бред. Как вы думаете, что после этого происходит? Когда это уже всплывает, вы уже как бы вот так к этому относитесь. Нет значимости. Все верно. Так, вы говорили про мужскую методику. Ну, мужская это как бы в кавычках, это не прям мужская. Светочество негатива, как долго нужно переживать? Он уйдет, да, 20 минут обычно достаточно. Таким образом, вот пока не пишите, секундочку. Где же этот вопрос был? Ну, смысл в чем? Что когда вы удерживаете внимание на этом, вся цепочка начнет пробегать. И потом окажется первый эпизод и сильное состояние. И то, что происходит, он обычно лопается. Бывает, это нужно несколько раз делать. У меня было такое, когда я делал это 3 или 4 раза подряд. Да, то есть, как бы ситуация. И потом я вышел на ту ситуацию, которую я никак не мог раскопать. То есть, просто там вставал, подождите, пока не пишите, просыпался с чувством, ну, сильной тревоги, беспокойства. И просто удерживал внимание на нем. Там, первый день, ну, оно как бы легче стало, глубже пошло. Второй день, там, третий день. На 4-й день я вдруг оказываюсь в ситуации, которую я ее не помню, вот то, что я рассказывал. Меня мама избивает там тапком по лицу. И я начинаю, знаете, как в кинотеатре так просматривать, вот-вот-вот что происходит, вот там состояние, вот эмоция, вот решение. Это очень быстро происходит. И когда это как бы, ну, допереживается, то есть вот такой один как бы из паттернов, как это сказать, паттерн по-русски, забываю русский. Ну, в общем, то, что чаще всего случается, вы замечаете, что вдруг как бы вдох такой делается, естественный, спонтанный. Да, и вот заметьте, этот паттерн, ну, как бы стереотип, этот шаблон возникает, когда вы какую-то ситуацию автоматически в жизни принимаете, да, как бы вздохнуть, да, когда вы... Вот такое как бы происходит естественно, когда вы, ну, как бы до конца эмоцию разрядили, вот происходит такое... Как бы оно отпускается. И вы замечаете, вот, ну, я как бы замечаю, что когда у меня заряд уходит, он как бы... Такой выдох легкий, вдох-выдох происходит. То есть вот это то, что с вами будет происходить. И вот как бы я дошел до конца ситуации, но это как бы естественно происходит. И потом я замечаю, у меня такой глубокий вдох-выдох, и я на этом никогда не остановлюсь. Я дальше как бы, ну, если там заряд, смотрю, а там ничего нет, пусто. То есть у вас также может случиться. Вариантов очень много. Самое главное, просто продолжайте работать в этом направлении. Это ключевое. Так, мне страшно завершать дела, начинаю быстро, а потом ступор. Это бета. Найдите, откуда это.
Есть проблемы с зачисленными эмоциями. Как быть? Делать через, просто через покой. Так, нашла у себя страх получения денег, это мне очень мешает в жизни, не могу получить высокооплачиваемую работу и так далее. Очень сложно прорабатывать. Перехватывать желудки, сразу ищу, чем заесть. Татьяна, находите лучше с бадди, если есть такая возможность, где это как бы откуда, в какой ситуации это возникло. Это может быть в детстве и вообще не связано с деньгами, это может быть что-то другое. Но вот это бета-решение повлияло и на эту сферу. Так чаще всего бывает. Как человеку помочь уйти от алкоголизма? Ну, если он сам не хочет, то почти никак. То есть человек должен, понимаете, это как бы, ну, этап жизни. Это как бы, ну, такое проживание, повторение чьей-то программы. То есть если вы эту программу как-то прервете и замените на другую, тогда да. Тогда следующее, я не знаю, это лучше у техподдержки спросить, я даже расписание не знаю. Так, вопрос про эго и отождествление, ух ты. Так, если несколько лет назад эго сильно отождествило себя, как пипец-бизнесмен, и заблокировала меня. Смотрите, это, Алексей, это все эго. Эго не может себя отождествить. Такой вещи, как эго, нет. Эго – это процесс отождествления. Это процесс. И заблокировала меня. По-любому это осталось и сейчас мешает действовать. Как быть и как это проработать? Идти на работу по найму, чтобы убить эго, или как это проработать можно? Вот эта идея, знаете, я не знаю, откуда она пришла, но вот эта забавная, ну давайте я как бы нормальным языком буду говорить, вот эта хрень, которая пришла из шизотерики, убить эго. Кто будет убивать эго? Одна часть эго будет убивать другую часть эго, так за счет этого эго сильнее становится. Как можно убить то, чего не существует? Эго – это не вещь, это, понимаете, не орган в теле, который можно вырезать, там, что-то с ним делать. Эго – это ментальный процесс, который состоит так же, как любой другой, всего лишь четырех элементов. Образ, эмоция, ощущение, диалог. Но только это образ себя, да, то есть своего тела, которое вот, ну, как бы, это быстро происходит, люди обычно не осознают. Это чувство себя, которое возникает в теле, эмоция о себе. Да, вот когда вы в зеркало смотрите, вот это чувство, это вот оно, это часть процесса эго ментального. Когда к вам кто-то по имени обращается, то, что вы чувствуете, это оно. Когда вы говорите «я», это оно. Вот это часть ментального процесса отождествления. Этот процесс мыслительный убить невозможно. Почему? Как можно убить картинку, эмоцию, ощущение и диалог? Как это можно убить? Этого не существует как бы, в физическом мире, да? Это психологическая вещь. То есть самое простое, что можно сделать, это отслеживать. Но это уже техника более высокого порядка. У нас, ну, есть об этом немножко в 90-дневной программе, но это как бы уже немножко другие вещи. Когда просто отслеживаешь этот процесс, как он функционирует, можно сделать несколько, ну, как бы таких дополнительных вещей. И эгоистическое... Пытаюсь слова подбирать. Эгоистический паттерн, эгоистический вот... способ мышления, да, отождествления, он начинает, во-первых, замедляться, потом прерываться, а потом заканчиваться. И тогда будет возникать ощущение действительно себя, своей природы. А ты – это сознание, из которого проявляется покой, любовь и тишина. И вот когда это сознание начинает отождествляться с телом, эмоциями, мыслями, там, именем, полом, возрастом, профессией, вот это процесс эго. Это процесс ментальный. И он состоит из четырех элементов. Когда человек оказывается в медитации полностью, там нет эго. Почему? Потому что нет мыслительного процесса. Он затихает. Нет картинок, эмоций, ощущений, слов. То есть вот, и когда появляется первый опыт осознавания своей природы, то есть когда осознавание осознает осознавание само себя, то внимание появляется привычка удерживать на этом. Это модно сейчас называть там присутствием, я есть, ну много чего. И вот это способ, когда из этого смотришь на этот ментальный процесс с идеей себя, и он начинает затихать. Вот это то, как это происходит. Так, каждый день смотрю по несколько раз тренинги, ложусь спать за полночь, стою на работу в 5:30, но не чувствую никакой усталости. Наверное, возвращаюсь в свою молодость и юность. Супер, Наталья, поздравляю. Да, точно в какой-то момент будто вдох происходит и потом отпускает. Да, это естественный паттерн. Это как бы, ну... То есть, смотрите, что происходит. Мы ведь держим многие эмоции физически через напряжение в желудке, диафрагме, грудной клетке. Когда это отпускает, что происходит? Оно разжимается. То есть, вот эта естественная вещь происходит. Вы будете все чаще замечать. Ну, это как бы вроде какие-то такие тонкие моменты, но они очень как бы явные. Моей дочери 25 лет, в памяти часто всплывает картина, как я на третьего ребенка дико кричу, как убрать это. Вот берете эту картинку. И стираете, вот это же есть, как бы, вы же даже знаете эпизод, сотрите его, отношения поменяются. Какие люди выигрывают лотерею?
Я не знаю, ни разу не играл, мне никогда не было интересно. Меня когда-то друзья позвали в казино, ну, и так посмотреть, да, то есть дали мне серьезную сумму, говорят, на, проиграй. А у меня, ну, нету желания, нету азарта. И знаете, еще такая штука произошла, вот, я раньше очень хотел заниматься кайтсерфингом. Сейчас расскажу, подождите, пока не пишите, чтобы вы поняли, как работают компенсации травмы. Ну, кайтсерфинг – это как бы доска для серфинга, но не по волнам, а как бы по ветру, такой еще как бы к поясу крепится, такой как крыло, ну такой мини-парашют. И за ветром вот по воде движешься. Я несколько лет, ну, планировал, все, я буду этим заниматься, я буду кататься. И вот я когда сюда переехал, я нашел инструктора, договорился, и понимаю, что, ну, у меня желание исчезло, потому что это была компенсация. Когда мне было плохо, в какой-то момент я увидел по телевизору, как человек катается на кайтсерфинге, и он такой счастливый, и я как бы поймал эту компенсацию. Думаю, то есть я вот эту бету, свою боль, там, несчастье, перекрою вот этим, буду наслаждаться. Да, и когда я убрал эту бету и пришел за этим, оно мне не нужно. Вот так многие желания будут тоже исчезать. Так, я теперь думаю, что лень – это просто страх. Ну, это бета тоже, нерешительность двигаться вперед. Мама забеременела, хотя врачи сказали, детей не будет. Я была ни ко времени не нужна. Я ей руки связывала, и думаю, причина в этом, детство у меня, в общем, как у вас. Стирайте. Страх больших денег – это результат бедной жизни родителей или искать в другом. Это может быть что угодно. Здесь, понимаете, тут невозможно сказать это из-за этого. То есть вот то, что у вас всплывет, это то, с чем нужно работать. Так невозможно сказать. Там иногда такие вещи неожиданные всплывают, что прям удивляешься. Так, а как же понять, увидел Будду, убей его, убей эго? Ну, Будда – это Будда, эго – это эго. И смотрите, когда мастер говорит, ну, просто поймите одну вещь, что такое Будда? Будда – это не человек, которого статуэточки рисуют. Или не любой другой пробужденный Будда. Это вот, знаете, какой-то современный бред. Будда сказал, не делайте моих статуэток. Почему? Потому что Будда – это сознание. И когда это сознание проявляется через чье-то физическое тело, да, то есть ни ментал, ни ум, ни эмоции, как люди привыкают к этому и проецируют на Будду себя, и не думают, что там внутри так же, а именно сознание. Тогда такое существо называют Буддой, но Будда это не физическое тело. И Будда сам говорил, увидел Будду, убей его. Будда не скажет, я Будда. Потому что как, ну как, понимаете, как бы как сознание может сказать, я тело. Понимаете, о чем я? Не знаю, как бы понятно я объясняю или нет. Эго – это процесс отождествления. Невозможно убить ни Будду, ни эго, потому что ни то, ни другое не имеет под собой никакой материальной основы. Будда – это сознание, а не человек. Вот поймите. И вот вторая вещь. Эго – это ум, а не человек. Ум состоит, ну, ум, это как бы не совсем правильно. Мышление, процесс. Да, ум звучит как орган. Мышление происходит благодаря четырем элементам. Картинка, эмоции, ощущения, диалог. Там больше ничего нет. Поэтому вы не можете это убить, потому что это не материально, оно не вещественно. Но это можно разрядить, стереть. Там, через осознание как бы замедлить этот процесс, он потом исчезнет, через понимание. Это примерно происходит вот с эго. Да, вот есть такая метафора на Востоке, она очень красивая. Когда, например, вы идете, и вдруг змея в темноте, отпрыгиваете от нее. А какой-то человек говорит, секунду, вот фонарик, посмотри внимательно, светит, и вы видите, что это веревка. И тот страх, который у вас был, он начинает исчезать, потому что вы видите, что это на самом деле. Так же с эго, когда это я. А потом смотришь, это четыре элемента, и ты замечаешь, как они, в какой комбинации они происходят. Кто-то больше с телом отождествляется, кто-то с мыслями, с идеями, кто-то с эмоциями, кто-то в разной комбинации с этим. Да, вот когда замечаешь этот процесс, вот это то же самое, что посветить фонариком на веревку. И ты видишь, что это Будду убить в себе, это Будду в себе уже двое там. Будда и себя. Вот это себя нужно просто осознавать. Все. Больше ничего делать не надо. Вот эту идею себя. Есть ли эпизод, в который мы шагаем, где первый раз появилась эмоция, не видишь? Не обязательно его видеть, чувствовать достаточно. Только смутные какие-то ощущения. Вот это оно и есть, достаточно. Работайте с тем, что есть. Продолжать работать, надеюсь, чтобы это решение всплывет. Смотрите, что происходит. Вы движетесь в обратном порядке. То есть вначале решение, и потом сильная блокировка беты идет, вот как бы заряд. Вы в обратном порядке. То есть вы вначале разрядили эту бету, заряд, и автоматически появляется то, с чего она возникла. Вы осознаете это как бы, вот такое будет как бы понимание. И этого достаточно, он уже как бы исчезает.
И первичное решение. Так, проработал интенсивно с Бадди и самостоятельно на позитив и негатив наплевать, усталость, как будто вагон разгрузил. Так должно быть или что-то неправильно. Это зависит от техники. Бывает, есть техники, когда много работаешь, и действительно энергия в теле так меняется, что чувствуешь, ну, какое-то другое ощущение, там, как усталости. Если работать через позитив, то наоборот, получается, как бы этот заряд трансформируется и как бы превращается в позитив. После этого, наоборот, легкость. Но бывают такие техники, когда такой временный эффект тоже есть, потому что это очень сильно связано с движением энергии. Такое может быть. Как вы считаете, может ли быть заикание физиологическим, если бывают периоды, когда забываюсь и вообще говорю чисто? Как можно с этим поработать? Найти первый эпизод, вот этот испуг, когда... И какое там было решение? Стереть, и это может исчезнуть. Что, ну, я знаю людей, у которых тоже было заикание, они нашли там какой-то эпизод, стерли. Кто-то, у кого-то зрение восстановил, человек очки снял, у кого-то заикание ушло. То есть там часто бывает, что это психосоматика. И во время упражнений не возникает никаких ассоциаций, но почему-то догоняет позже. Ложусь спать, и поехала, пошли образы, ассоциации, и так около часа. Да, бывает просто в разное время, ну, как бы этот процесс лучше всего. Да, вот мне как бы когда-то было лучше всего утром делать. То есть вечером у меня не получалось, бессознательность такая накатывала, спать хотелось. Есть у меня знакомый, вот там он там, ближе к ночи делает, там в 12 час. То есть смотрите индивидуально, это так же, знаете, как чувство голода. У кого-то оно там в 7 утра, у кого-то только в 12. Да, вот то же самое с этим процессом. Как бы как оно у вас идет, вот, ну как бы под это можете подстроиться, легче будет. Все. Ух ты, 1.5 часа, супер. Ну, хорошо идете, поздравляю. Всего-то несколько дней, у вас уже такие результаты. Сколько? 4 дня, да, получается? То есть, представьте себе, если это 4 месяца. Все в жизни там постирать вы можете и переписать. Окей. Ну, хорошо, давайте. Если есть еще вопросы, давайте. Если нет, это у вас сегодня 2-й мастер-класс был, да, правильно? А потом у вас еще 3-й мастер-класс будет. Ну, вообще классно. Окей. Так, сейчас, секунду. Есть привычка из детства, от которой не могу избавиться. Возможно ли это сделать при помощи какой-нибудь техники? Да, Светлана, все что угодно. Вы при помощи техники можете стереть вообще все. Нету такого, что нельзя было бы стереть. То есть то, что повторяется, там есть начало, да, которое активировало это, положило начало этому. Трубосуслик, конечно, знаю, делал когда-то. Ну, я не могу сказать, потому что у меня есть несколько знакомых, которые... на которых ее разрабатывали, скажем так. Я не увидел, чтобы в их жизни что-то там значительно поменялось, поэтому ничего не буду говорить. И сам я когда-то очень давно, там очень много лет назад пробовал и так конкретно, то есть по-серьезному, пару лет этим занимался, потом просто понял, что я время теряю. Ну не знаю, может с кем-то есть какой-то эффект, ничего не могу насчет этого сказать. То есть где-то 5-6 моих знакомых, ничего, и у меня тоже. И я знаю 3 человека, которые были в группе, на которых как бы экспериментировали, то же самое, как-то особенно ничего. Как работать с важностью? Ну это самое простое. Важность – это одно из проявлений чувства себя, эго, да, вот, который как бы маскирует. Да, вот, когда есть какая-то как бы неуверенность, как бы вот чувство там неполноценности, вот это как бы маскируется, прикрывается важностью. Чувство правоты, чувство важности, подобные вещи. Это есть одно из проявлений эго, то есть некого себя, некой себя. Классно, спасибо. Вам спасибо. Так, у меня при проработке ситуации очень часто в качестве позитивной ваше выступление. То есть я испытываю очень вкусные эмоции, прослушивая вас. Да ради бога, любое, что у вас всплывает, с этим стирайте, все нормально. Ну, забавно. Хорошо, давайте, если есть еще вопросы, давайте. Ну, здорово, здорово. Вот вопросы, конечно, отличаются. Вот когда у нас
участники программы, там совершенно другие вопросы, там чисто технические моменты. А вот в этой технике вот так, так и так, а если вот так? А вот в этой технике вот так, так и так, а вот если сделать вот это, а потом вот это, очень сильно отличается. То есть, если вы послушали как бы вопрос, вот сессию вопрос-ответ для участников программы, вообще другое. Совершенно так. А может ли полнота быть связанной с психосоматикой или только генетической предрасположенностью? Это может быть и то, и другое. И психосоматика – это часть этого. Другими словами, я счастливо учась у вас. Здорово, классно. Здорово. Если после проработок страха и неуверенности, которые пришли из дородового периода, теперь детские негативы вообще не вызывают эмоций. Что это? Так и должно быть. Более ранний эпизод убирает, ну, как бы это сказать. Представьте себе, вот подождите, пока не пишите, секунду. Представьте себе, что у вас, например, в доме одна розетка, и знаете, в нее включается такой сетевой фильтр. И там 10 таких розеточек. И вот у вас там в одну компьютер, в другую там очиститель воздуха, в третью там нагреватель воды, в четвертую там еще что-то там, какой-то там телефон, зарядка, еще что-то, телевизор. Да, в 10 включены. Вы можете по одной выключать, а можете сразу выключить вот центральный этот шнур из розетки. Вот точно так же это работает. Когда вы находите первый эпизод, вы выдергиваете центральный шнур. Все остальное, оно обесточивается. Вот именно так и работает. Поэтому так и должно быть. Как вы относитесь к технике тета-хилинга? Друзья, не спрашивайте меня про техники, а то я не хочу своих знакомых расстраивать, которые этим занимаются. У меня просто есть друзья, которые очень известны в различных модных, известных направлениях. Они этим занимаются. Поэтому я вам сказал, хотите оценить какую-то технологию, смотрите, находит ли она бета-решение и воспринимает ли бета-решение таким, какое есть, без модификаций. Поверх бета. Это основной принцип, без которого все остальное не работает. А дальше, зная это, вы сами можете смотреть на любую технологию и понимать, какой ее эффект. Все. Надо ли работать с маленькими, не очень болезненными ситуациями? Есть просто другие техники для этого. Гораздо более короткие и более простые, что ли. Можно ли оставлять позитивные воспоминания, стирая бету? Конечно, можно. Почему нет? Так, дохожу по цепочке, там картинка, эмоций нет, но приходит по цепочке финансов эта картинка. Заседа посадили за предпринимательство в 70-е годы. Ого, в 70-е годы предпринимательство. Решение в то время тоже не помню. Эмоций нет, денег сейчас тоже нет. С чем работать? Вот это может быть, там может быть решение. Понимаете, решение это не обязательно, когда в вашей ситуации. Это может быть с кем-то что-то вы увидели и решили. А, вот так вот. Это оно и есть. После стирания эпизодов результат должен проявиться сразу или нужно время? Это зависит от того, насколько, как бы это сказать, насколько глобальна ситуация и насколько сильный был заряд. Иногда какие-то вещи, да, в отношениях простой, вы удалили, и буквально там полчаса, и человек вам звонит, и вдруг там начинает просить прощения, рыдать. Первое время, когда вы это делаете, вы не врубаетесь, что произошло. Вы удалили свой заряд, связанный с этим человеком. Проходит там 20-30 минут, и человек звонит вам, а 10 лет до этого не звонил. Звонил, вы просто в цепочке его нашли, как бы не работали с ним конкретно. И вдруг он звонит и просит прощения там со слезами. Потом вы понимаете, что заряды, они обоюдные. Это два полюса, как бы, это и есть оно. Если какая-то ситуация, более такая, серьезная, что ли, там, не с отношениями, что-то такое более глобальное, там, какая-то, не знаю, там, ситуация с финансами, еще что-то, может пройти там 2 недели, 3 недели, месяц, 2. То есть гораздо больше времени может уйти. Но это похожим образом будет происходить. Курение что делать? Найти компенсацию чего? Удалить вот эту боль, которую компенсирует курение, и курение отвалится. У меня так было. Я много лет курил, очень много, и даже бросить не мог. Потом удалил и перестал. Так, сегодня после бадди до сих пор под впечатлением. Чувство полноценности, спасибо, мощная техника. Так это вам спасибо, вы же делаете. Благодарю, благодарю, благодарю. Все, когда начинается спасибо, я понимаю, что пора заканчивать. Хорошо, друзья, давайте еще 1-2 вопроса и будем заканчивать. Как пошли благодарности, это значит, вопросов больше нет. Так забавно, что в Facebook несколько комментариев, а ВКонтакте там уже почти 200, так прикольно.
Можно ли с этой техникой мне поработать в качестве бади с внуком 7 лет? Конечно. Наоборот, это же здорово. Когда вы ребенка учите с детства не хвататься за заряды, а быстро их разряжать. Ну, что лучшее вы еще можете подарить ребенку в качестве, ну, отношения к эмоциям? Ну, что может быть лучше? То есть вы учите ребенка таким образом. Сладкая тоже компенсация. Друзья, хотите честно? Все компенсация. Все, что есть в жизни, это все компенсация. Когда вы удаляете вот эту боль, многие вещи из вашей жизни просто исчезают. И вы понимаете, ух ты, вот как это было. Так, заряд создает негативную связь с другим человеком. Ну и позитивную, и негативную. То есть заряд – это и есть связь. Подождите пока, вот ничего не пишите. Просто смотрите, когда вы думаете о человеке, ну, например, там, обиделись или злитесь, или там чувствуете, ну, какую-то эмоцию. Как вы думаете, почему это происходит? Это, знаете, как закон сообщающих сосудов. Но когда вы в себе удалили, оно раз и туда. И человек, ну, было, например, 50 на 50. И тут оно 100% туда. Как вы думаете, что происходит? Он задыхаться начинает. Ну, иногда в хорошем смысле. Иногда вы, позитив тоже, там, иногда некоторые люди стирают позитив. Говорят, ну, все, я не могу там, я не хочу чувствовать привязанность к этому человеку. Стерли. И вы себе не представляете, что с тем человеком творится, когда он вдруг «люблю, там, самый лучший человек в моей жизни», а до этого такого не было. Понимаете, вот какая забавная штука? Это как закон сообщающих сосудов. 50 на 50 или там 70 на 30. Тут вы убрали, оно раз. Несколько дней занимаюсь активной техникой под музыку. А, ну это участники программы. Ситуации не всплывают, и после не могу заснуть. Такое бывает какое-то время. Как бы энергия начинает просыпаться, подниматься. Так, заряд, у нас заряд создает негативную связь с другим человеком. Но это и есть связь. Нет эмоций, нет связи. Поймите, какая у вас может быть связь с человеком, если бы у вас и у другого человека не было никаких эмоций. Эмоций или чувств, как мы это в том числе называем. Была бы связь? Нет. Только вот это и создает связь. Это эмоциональная связь. У некоторых людей без эмоций, ну как бы более тонкая вещь, ментальная связь, да, общий интерес. У некоторых физическая. Вот я на некоторых вебинарах рассказываю про четыре слоя отношений. Физические, эмоциональные, ментальные, энергетические. Вот когда вы вычищаете, вы начинаете как бы эти отношения, ну, улучшать, что ли, балансировать. Или наоборот, вы стираете какие-то, ну, неприятные вещи. И точно так же меняется. Насчет курения, обязательно ли причина является компенсация боли? Нет, не обязательно. Это часто, но не обязательно. Почему-то сложно вспоминать негативные ситуации. Может, это потому, что я постаралась стереть это ранее. Да, такое может быть. Наступит момент, когда вы пытаетесь вспомнить негатив, а его вроде как и нет. Так, и ситуация из совсем раннего детства, и о ситуации знаю от мамы. Сама ничего не помню. Можно ли работать с этим? Конечно, нужно. Все, что есть и заряжено, работайте с этим. Особенно, ну вот, не заморачивайтесь, точно не помню, было это так или не так. Все, что всплыло зарядом, стирайте. Не отдают долги, где это во мне, страх денег, это может все что угодно. Найдите, что это за бета, и сотрите ее. Я только сегодня подключилась, что делать, будут ли все записи для проработок. Оль, у вас, ну вот как бы на этой странице, там же все они, первая, вторая, третья, да, как бы все записи остаются. Он никуда не исчезает, идите вот как бы по процессу, как он там идет, вот лучше последовательно, потому что сегодня... Ну, будет непонятно, потому что это вопрос-ответ. Да, я сегодня ничего не рассказываю, только отвечаю на вопрос. Можно ли стереть отрицательный поступок, чтобы не было дальнейшего кармического следствия? Конечно. А это есть. Вот подождите, пока не пишите. Карма состоит из четырех элементов, поймите. Никакой другой кармы не существует. Это картинка, эмоция, ощущение, диалог. Это называют там самскары, клише, ну, много как бы санскритских есть слов. Смысл в чем? Вот это и есть кармическая как бы отпечаток. Когда вы его стираете, исчезает кармический, ну, как бы то, что запускает цикл. Когда вы это убрали, цикл, ну, как бы автоматически исчезает. Поэтому таким образом здесь вы стираете кармические... Ну, карма переводится как действие дословно. То есть мысль и действие – это одно и то же. Это внутреннее действие. Это действие, как проявляется наружу, да, то есть через эмоцию, и вы что-то сделали. То есть когда вы стерли здесь, оно там меняется. Вот в чем принцип. Вот эта технология, она стирает карму. Ну, карма – это древнее слово, да, его сейчас модным сделали. Но по сути, что это? То есть это определенный ментальный процесс. Никакой другой кармы не существует. Если я сотру напряжение с дочерью, станет легче? Ну,
Это зависит от того, что там у нее. Если у нее там бета сильная, то может быть нет. Если у вас это такая обоюдная игрушка, то да. Когда вы стерли опыт негативных отношений с противоположным полом, они вас сразу полюбили. И одноклассницы, которые полюбили. Нет, когда я стер, вот знаете, зависит от того, как вы стираете. У меня принцип жизни, ну как бы у меня просто другие цели. То есть счастливая жизнь у меня как бы уже, ну, пожито-прожито, мне это уже как бы так неинтересно. То есть мне нравится стирать, чтобы не было вообще никаких кармических, не знаю, как это по-русски сказать, клише, ну то есть чтобы не было вообще там ничего. То есть я стираю не до плюсового значения, я стираю до пустоты. И если я смотрю на эпизод, у меня там ни плюс, ни минус. У меня там ничего. Некоторые эпизоды я оставляю картинки, чтобы рассказать, как бы поделиться, да, примером. Некоторые я стираю под ноль. И то, что после этого происходит, любят вас все или ненавидят вас все, вам становится по барабану. Но вас начинают любить. Вот такая вот странная штука. Работала с сыном обиду, плакал и злился 10 лет сыну. Он заулыбался, потом говорит удивленно: «Мам, как ты это делаешь?» Это была лучшая оценка и благодарность. Ну, супер, здорово очень. Так, дайте ориентир для работы с заболеванием. О, это не ко мне. Может, у вас есть опыт? Нет, вот насчет этого я не знаю. То есть нужно как бы найти причину, в чем причина. И можно попробовать что сделать? Найти какое отношение к этому. И вот это отношение стереть. Тогда может случиться принятие. И могут начаться перемены. Это так работает. Потому что иначе непринятие создает противодействие, которое лишь усиливает это. То есть получается как бы полное осознание, раскаяние. Ну, есть способы как бы через раскаяние, есть способы через принятие, есть способы через понимание, осознание. То есть не так важно, что. Главное, чтобы в конце концов там не было заряда, не было эпизода. То есть смысл только в этом. Вы начинаете пробовать разные техники, потом видите, какая-то с вами лучше работает и вам больше нравится, делайте ее. Смысл в том, чтобы чем больше вы разрядили этих эпизодов, вот подождите, пока не пишите, секунду, как это вообще работает? То есть вот все прошлое, заряженное, оно вытаскивает внимание из настоящего, как я рассказывал вот в самой первой сессии, вступительной, что это гипнотическое решение проецируется на настоящее и на будущее. Человек уже не воспринимает реальность. То есть он реально глючит просто, он там и тогда, а кажется, что здесь и сейчас. Это неадекватность. Вот когда это находишь и стираешь, оттуда внимание вытаскивается. Осознанность, внимание, как угодно назовите, там много синонимов. И чем больше у вас свободного внимания, тем легче стираются следующие эпизоды. То есть получается, что меняется баланс с негативного вот этого, вот, когда такое трансовое состояние, на более осознанное. И когда вот, например, у вас был вот такой фонарик был, да, вы смотрите на эту веревочку, вроде веревка, вроде змея, вот у вас фонарик, ваше внимание, уже такой, о, вы уже видите пол веревки, вот смотрите на него, да, уже такой не брелочек фонарика, а такой посерьезней, и вот у вас прожектор, вы раз посветили, а веревка, пошли дальше. И дальше эпизоды, вы просто смотрите, вот, да, у вас много свободного внимания, вы смотрите на эпизод, он исчезает, это естественная способность, только после того, как вы вытащили внимание из большого количества эпизодов. Да, критическая масса вернулась, и у вас, ну, то есть уровень осознанности поднимется, конечно, в разы. Вы начнете осознавать то, что раньше вообще не замечали. И не только там снаружи, во внешнем мире, да, но и в себе. Вы будете замечать свое дыхание. Вот да, просто сидите, ничем не занимаетесь. Внутреннего диалога нет, эмоций нет. Вы просто наслаждаетесь дыханием. Это такой кайф, тело само дышит. Вы понимаете, вы не дышите, вы не гуляете, вы не говорите. Вы осознаете, что нет там этого чувака, знаете, как люди в черном. Там сидит кто-то и телом управляет, там нет никого. Это просто процесс целостности реальности, существования, что это одно целое. Не существует никакого разделения, что все эти полярности, хорошо, плохо, там любовь, ненависть и весь этот бред, это ум, это работа ума. И когда человек застрял в этом уме и отождествился, и принял вот эту идею себя, он несчастен. Он постоянно убегает от неприятного, так называемого, бежит за приятным. Это же бред какой-то. Но так живет 7 миллиардов, это кажется нормой. Да? Появляются иногда люди, ты не то, не это, ты вообще за пределами этого. Ну, на них смотрят иногда как на странных. Но смысл в том, что чем меньше у вас внимания в прошлом и в будущем, да,
тем больше у вас внимания здесь и сейчас. А что здесь и сейчас? Первое, что вы начинаете осознавать, это свое физическое тело, потому что оно всегда здесь и сейчас. Оно не может быть нигде в другом месте. Когда ваше внимание там, где ваше физическое тело, это есть здесь и сейчас. Никакого здесь и сейчас другого не существует. И невозможно выйти здесь и сейчас. Это, знаете, какой-то бред, как говорят, вернись здесь и сейчас. А кто вернется? Просто внимание, хлоп, полетело в воспоминания, либо в представление о будущем. Больше ничего. Когда ваше внимание оттуда, потому что там нет заряда, ничего не тянет, возвращается, вы начинаете осознавать, как бьется ваше сердце, там, как движутся мышцы, как их тонус меняется. Ну, то есть вы начинаете осознавать тело, и оно как бы просыпается, оно начинает как бы больше наслаждения. Автоматически вы же в этом процессе почистили эмоции. И из таких вещей, как страх, стыд, вина, обида, жалость к себе, там, бла-бла-бла, весь этот бред, вся эта энергия трансформировалась, и вы чувствуете больше радости, покоя, любви. Соответственно, когда вы почистили ментальный слой, у вас уже нет картинок и диалога. Да, вы сидите, тишина, вы закрыли глаза. У мужчин обычно это тишина, такая пустотность. У женщин они больше все-таки, ну, сердечного типа. Они это не как пустотность, они как наполненность чувствуют. Ну, это принято называть любовью, да, когда все через край. Да, все, на что смотришь, это любишь. И вот это открытие как бы четвертого центра энергетического, четвертого тела. И в нем начинаешь осознавать себя как пространство, в котором находится тело. Не ты в теле, а тело в тебе. Вот это естественное восприятие как бы нашей природы. Это еще не оно, это не предел, но это уже как бы ближе к себе. Ну, я надеюсь, я вас не шокировал, а то как бы понесло немножко. Так, ухудшение зрения — это тоже когда-то решение было принято. Да, возможно. Ну, часто, когда бывает, не хочешь что-то видеть и говоришь там, не хочу этого видеть. Ну, что происходит? Глаза, хлоп, фокус меняется, и оно уже как бы не так фокусируется. Если я сотру свой поступок другого человека, это коснется в лучшую сторону. Да, так бывает. Слушаю ответы, и почему-то возник вопрос, можно ли этим способом помочь нарко- и алкозависимым. Ну, если они хотят, то конечно. У меня в окружении их нет, но почему-то вопрос всплыл. Решила задать. Конечно, да. У них просто более сильная компенсация. То есть какая-то такая сильная боль, что они вообще не хотят ее, ну, там, заливают чем-то, чтобы вообще не осознавать. Книгу не хотите написать? Ну, знаете, частый вопрос, но как бы, во-первых, времени на это как-то особенно нет. А во-вторых, если кто-то решит написать, будет здорово. Как-то, ну, нет у меня такого, понимаете, у меня нет ощущения, что что-то такое значимое, важное. Если бы мне год назад сказали, что этим буду делиться, я бы не поверил. То есть это был просто поиск возможности избавиться от собственной боли в жизни, которой было очень много. То есть когда этот поиск был завершен, и как бы, ну, все, сработало, постепенно как бы, ну, даже не то, что начал делиться, ну, как бы вот в общении с друзьями это начиналось, дальше, дальше. И потом вот я рассказывал об этом первой, во вступительной сессии, что как оно вообще появилось. Я не думал, что этим буду заниматься. У меня не было таких планов в жизни, не было таких идей. То есть был человек, который это как бы инициировал, и оно пошло. Я не знаю, сколько это еще будет продолжаться по времени. То есть у меня нет ощущения, что я делаю что-то такое сверхзначимое, что-то, ну, то есть это, вот представьте себе, вы пришли в спортзал, ну, инструктор, который, ну, такой же спортсмен, как и вы, но только занимается чуть дольше. Говорит вам, это упражнение так делает, это так, а вот это так. И вы говорите, вау, а ты не хочешь написать книгу? Он вам что ответит? Говорит, ну, в смысле, какую книгу? Я же такого ничего особенного не говорю. Ну, просто так, как он дольше вас занимается, вы воспринимаете его как вот та же самая ситуация. Я самый обычный человек, просто я это делал чуть раньше вас и чуть дольше. Вот и вся разница. Да, поэтому просто как бы, ну, используйте методику, достигайте результатов, значимо, чему бы то ни было. То есть нет в жизни чего-то, что важнее другого, да, нет никакого другого смысла, кроме того, что придаешь. Если играешь в это как в игру со смыслом, нет проблем. Но если это становится чем-то настоящим, то маятник качается. Какой смысл? Если реально каким-то образом навредил людям, неужели получение обратной ситуации тоже можно стереть? Ну, так это оно и есть. Так это и есть закон прямой. Что-то, вот смотрите, чтобы рыба клюнула на наживку, вернее, чтобы на наживку клюнула рыба, должна быть рыба. Нет рыбы, если вы там, у меня есть просто знакомый рыбак, я сам не любитель и вообще не понимаю, как это. Вот представьте себе, вот если бы человек ловил рыбу в ванной, где рыбы нет. Супер наживка. Там бы ничего не клевало, потому что ничего нет. Когда у вас нет заряда, у вас ничего не откликается.
ничего не клюет, да, то есть ничего не происходит, в этом-то смысл. Этой методикой, получается, мы убыстряем саму жизнь. Да, это, ну, как бы убыстряется уровень зрелости, эволюции. Она дается для учебы искупления вины. А как же... Ну, смотрите, у всех людей есть заряды. У кого-то очень сильные, у кого-то поменьше. Вот и вся разница. Скажите, если счастливая семья просто норма, скучно не становится? Ну, опять же, понимаете, что такое скучно? Вот подождите, пока не пишите. Скучно – это сравнение. Когда человек получил что-то в жизни, живет и говорит, не то, хочу вот это, откуда он берет это не то, откуда оно берется? Из мыслительного процесса, из контекста для сравнения. То есть, когда вы сравниваете что-то с чем-то, у вас появляется этот зазор, то не то. Если вы перестаете играть вообще в ментальную игру, и просто вот то, что есть, это то, что есть, и ничего больше нет. Да, это же факт. Да, понимаете, это то, что называют там дао, дхарма. Много синонимов. В чем принцип-то? Дзогчен. В чем принцип-то? То, что есть, есть. Точка. Все. То, чего нет, нет. Поймите. Но люди говорят, это не должно быть так, а должно быть по-другому. Вот это должно быть по-другому. Оно где? Оно только в воображении. Больше нигде. И таким образом человек не принимает то, что есть, но накладывает на это свой трафаретик, как оно должно быть, страдает, создает такое напряжение и пытается это как-то компенсировать. Откуда это все берется? Есть альфа непрожитая, заблокирована бетой. И вот на этой ерунде куча всего настраивается. Когда вы это стерли, у вас огромное количество разных штук из жизни как бы пумс и отваливается. И вы просто наслаждаетесь тем, что есть, не сравнивая. Вот он смысл. Чем больше разряжается эпизодов, тем более целостным становишься. Да, уже нет ни белого, ни черного. Оно как бы остается, то есть можно как бы в это, ну, поиграть, но нету вовлечения в это, такого сильного, по крайней мере. То есть больше, вот это очень хорошее слово, целостность, потому что меньше частей, меньше субличности, там, знаете, картинок, разговоров, эмоций разных, да, вот как бы больше, ну, как бы этого меньше становится и больше одного целого становится. Знаете, вот. И на самом деле выбор исчезает, в хорошем смысле. Выбор – это бремя. Многие люди верят в выбор. Чем больше выборов, тем лучше. А из чего выбирают? Вы приходите в Макдональдс, а вам говорят, выбирай. Говоришь, а я такое не хочу, я хочу там, не знаю, яблоко съесть. Говорят, не-не, выбирай вот между тем, что есть. Вот это выбор. Да, и когда у вас дилемма, это или это не выбор, это невроз, это внутренний конфликт. Это там бета всегда участвует. Когда у вас этого нет, у вас приходит как бы одно решение, что делать, все. И у вас нет такого, как бы, делать, не делать, знаю, не знаю, там, не хочу, но надо, или не надо, но... Ну, то есть, вот это исчезает. Вот в чем смысл целостности. Становишься, вот состояние очень похоже на детское такое, знаете, ну, спокойное такое, ровное, но при этом жизненный опыт остается. Вот в чем разница. Очень сильные положительные эмоции в прошлом могут забирать внимание. Я жду, что будет... Как тогда, что с этим делать? Вот то, о чем я говорю. Найти, разрядить, внимание вернется. Все. Если пройти демонстративную программу, будет достаточно или нет? Достаточно для чего? Такой, ну, очень такой глобальный вопрос. Достаточно для чего? То есть, чтобы улучшить свою жизнь? Да. Ваша методика очень быстро набирает обороты. Представляете, я даже не думал, что она так будет. Так столько людей в этом участвует сейчас. Допускаете ли вы, что она сработает как эффект сотой обезьяны? Через какой-то период все будут принимать ее как должное. Да, возможно. Понимаете, у меня нет такого, вот у меня нет ощущения, да, как говорят там, автор, создатель методики, там еще что-то. Я уже говорил не раз, и буду это все время повторять. Подождите, пока не пишите, а то сейчас чат убежит, я следующий вопрос не замечу. Я не считаю себя каким-то там учителем, гуру, вот это все. Вот для меня это реально звучит как какой-то бред. У меня отношение в этом плане к себе, да, вот как к некой роли, ну, не знаю, там, инструктор в спортзале или инструктор по вождению. Я не считаю, что делаю что-то такое, вот, знаете, там, великое дело значимое. Ничего такого особенного я не делаю. Я сейчас сижу перед компьютером дома и просто вот читаю вопросы и отвечаю на них. Ну, что в этом такого? То есть у меня нет такого одеть на себя мантию, такой, о, здравствуйте, последователь. Как пишут последователи, мне реально смешно. То есть я многих людей, которые проходят нашу программу, то есть, ну, мы как бы друзьями становимся. То есть я к ним отношусь как к друзьям. Да, там, знакомые, приятели, друзья. Но у меня нет такого, какие последователи, куда следуют. То есть к обычной, нормальной, хорошей жизни, это что там, последование.
То есть вот, когда этому придают такую сверхзначимость, мне реально смешно. То есть вот как бы вы сами понимаете, что сама система, она очень простая, да, она эффективна, да, это там собрано лучшее, что было, там это апгрейд этого лучшего, там добавлено то, чего не было, но по сути в этом же такого, знаете, ну ничего особенного нет, вот и все. Поэтому классное предложение, здорово. Так, вспомнил детство, мы жили на Урале, помню такой случай, произошел у соседей. Отец семейства напился и после чего гнался с топором. Да, тогда это, кстати, было такое за всеми членами своей семьи. Мне было очень страшно от такого видения. Пришел к маме и сказал, я вырасту большой, пить не буду никогда, если когда выпью, может взять топор и трубить мне голову, чтобы этого не было. И до сего времени не пью спиртное с уважением. Ну, здорово, классно. Это вот видите, как бы это обратное решение. Насколько сильно оно работает. Когда работаю под музыку, вибрирую, трясусь, спина болит, шея и шея. Может перестать. Алла, вы просто неправильно делаете эту технику. Там вибрация не должна быть как тряска, она должна быть как... То есть это паттерн, который должен выйти. Это есть отдельное видео, как эту технику правильно делать. Просто напишите, я вам сброшу. Я такое чувство, что... Или в группе напишите. Вот если вы в закрытой группе, напишите, они вам сбросят. Такое чувство, что пока я работала... Бадди, и слушаю вас, у меня получается проработка. Такое может быть? Ну, конечно, да. Но это же один и тот же процесс. Есть ли какая-нибудь защита или методика злых людей и их слов? Если там не за что цеплять, да, вот удален заряд, то у вас ничего и... Ну, то есть вы посмотрите просто на человека как бы с удивлением, чего и то. У вас не будет такого вовлечения. В 90-дневной программе придется пропустить дня два, можно будет работать по записи. Конечно, люди пропускают иногда по две недели. Программа так создана, чтобы вы в любом ритме делали, то есть насколько вам удобен. И там нет такого, что два дня пропустили, все. Вот она максимально подходит. Понимаете, это не вы подстраиваетесь под программу, ни в коей мере. Программа подстраивается под вас. Она создана, чтобы постепенно в вашу жизнь добавилось что-то, что ее постепенно трансформирует, но не меняя особого ритма жизни. То есть все как бы ну, в такой мягкой очень форме. Сейчас вспомнилось, когда мама меня родила, ей предложили работу, она отвезла меня к своим родителям на 3-4 года. Мама была женой военнослужащей, долго не работала, вспоминаю, страх сжимает желудок. Да, вот нашли эпизод, стирайте. Вы просто очень доступно объясняете, это сильно прищищает мозги, спасибо, это вам спасибо. Подобная техника преподается в закрытой школе, типа секретная техника шамана. Я не знаю, я не слышал такого. Ну, может быть, что-то взяли. Я сейчас заметил, у нас уже копировать начали так конкретно. Где найти ссылку на 90-дневную программу? Я думаю, она вот где-то на этой странице, там смотреть. Так, вы очень позитивный человек. Считаете, что ничего особенного в вашей методике нет? Надо патент, спасибо. Ну, как бы оно, если должно быть, оно придет. Ну вот у меня нету, понимаете, этого ощущения, потому что я разбирался, я стирал значимость многих вещей для меня в жизни. Вот то, что я считал там значимым, важным. То есть, ну, это по сути чувство собственной важности, да, вот значимости, вот это все. Ну, вот честно говоря, нафиг оно мне надо. То есть чувство собственной важности, кроме страданий, не вызывает больше ничего. Где-то вас похвалили, и вы, вау, компенсация сработала в плюс. Потом кто-то сказал, фигня все это, и у вас раз шарик сдулся, и вам плохо. А смысл? Смысл привязывать идею себя к чему-то, что делаешь. Это то же самое сказать, какое классное я дышу. Тело само дышит. Если вы будете полностью осознанны, вы заметите, что тело само говорит, само откликается. Это все спонтанный процесс. Идея делателя – это идея. Когда удаляешь большое количество зарядов, ты понимаешь, что как бы оно все спонтанно в целостном происходит. И нету того, кто это делает. Ладно, я об этом здесь не буду. Ну окей, значит, сделают это. Служба поддержки, скорее всего, этим займется. Сейчас такое количество людей начинает участвовать в развитии и продвижении проекта, что я бы сам этим не занимался бы вообще. Ну, как бы, мне неинтересно это. То есть, ну, раз оно так пошло, значит, ну, как бы, жизни Вселенной так нужно. Ну, окей, кто я такой, чтобы спорить здесь что-либо? Окей, хорошо. Ух ты, как на 2 часа быстро-то. Если есть еще вопросы, давайте. Если нет, тогда будем завершать понемногу.
Классно, здорово. Друзья, очень приятно, что в вашей жизни идут перемены. Это самое главное, это то, ради чего. Ну, как бы в методике, ну, опять же, да, я понимаю на самом деле, что там в чем уникальность методики. Я об этом не рассказываю. Там много есть нюансов. Да, но как бы такого сверхъестественного в этом ничего нет. То есть это просто возвращает вас к вашему естественному восприятию, какое оно вот как бы ближе к природному, максимально близко. Это фактически пробуждение, просветление. Что это? Что именно это? То есть просветление — это за пределами опыта. Это невозможно... Ну, то есть это тема, о которой даже смысла нет говорить. То, что называют просветлением, пробуждением, самореализацией, там бла-бла-бла-бла. Это что? Это когда сознание, то есть то, что происходит, сознание осознает себя, свой источник. Вот знаете, в дзен есть такой символ, кружочек такой. Вот это как бы возврат. То есть ваше внимание вначале, ваше, я говорю двойственным языком, сознание, внимание, оно направляется вначале на внешний мир. В поисках чего? В поисках счастья, удовольствия, любви, вот этого вот всего, да, и подтверждения себя. Да, то есть некого чувства. И когда оно там не находит, либо полностью находит и проживает, либо как бы проживает боль, оно начинает постепенно как бы направляться вовнутрь. Поиск происходит внутри. И когда вы понимаете, что внутри там, в принципе, это тот же мыслительный процесс, но только он как бы более вам доступен, что ли, чем вот этот внешний, вы начинаете с ним разбираться, да, стирать там, что-то менять там, вычищать. И потом может наступить момент, когда зарядов и эпизодов настолько мало, что происходит проблеск своей природы, то есть осознавание, да, у кого-то на секунду, у кого-то на день, у кого-то на несколько дней, у кого-то навсегда. И вот это то, что называется самореализация, когда самость, то есть сознание, суть, существо осознает себя. И это не процесс осознавания тела или ума, или эмоций. Это за пределами этого. Вот это то, что называют там самореализация. Слово просветление, оно какое-то уже такое заезженное. Поэтому как бы все движутся в эту сторону, все. Но просто кто-то идет прямо, понимая, куда он идет. Но опять же, идти некуда, это всегда здесь и сейчас, это метафора пути. И вот этого всего. А кто-то косвенно там пытается через какие-то внешние вещи. Но вот я сейчас скажу только одну вещь, не знаю, будет это понятно или нет, ты ищешь только себя. И все твои поиски, желание в будущем что-то достичь, прожить там счастливую жизнь, встретить половинку, там, любовь, работа, деньги, это поиск себя. Это поиск вот этих аспектов себя. И когда это будет прожито, внимание начнет возвращаться туда, где источник этого. Но ты ищешь только себя. Все, никакого другого поиска не существует. Слезы текут. Счастье общаться с вами. Вау, спасибо. Как стереть ситуацию, когда проходила по родовым путям, услышала злой голос мамы, да быстрее уже по жизни поспех. Ну, вот этот эпизод и нужно стереть. Вот, когда третий мастер-класс, я думаю, что сегодня вам его. Похожие техники, только работать в базе очень долго. Ну, я не знаю, я с этим не знаком, как бы слышал, но я думаю, что да, как бы какие-то... Есть, понимаете, много систем, где есть похожие кусочки. Принцип один. И этому принципу много тысяч лет. Как правило, источник был взят на Востоке очень-очень давно, и потом это начало использоваться. Принцип очень простой. В нас есть, ну, условно, да, в кавычках, сознательное, бессознательное. Все. Когда бессознательное попадает в сознание, то есть осознается, оно перестает быть бессознательным, как в примере с фонариком вы посветили. И когда это не бессознательное, там нет заряда, все. То есть это основной принцип, в кавычках назовем это, в медитации. Да, хотя медитация — это не состояние, это как бы осознавание за пределами мыслительных процессов. Да, но периодически как бы на пути, опять же, в кавычках, на пути, как будто бы есть путь к этому, то, что происходит, всплывают вот эти ментальные массы, эмоции, мысли, ощущения, диалог, и это просматривается, осознается. Таким образом, это, ну, как бы исчезает, выветривается. Но через техники вы делаете то же самое, только быстрее. Вся лишь разница. Если человек говорит и рассуждает вслух, для бади легче работать или нет? Конечно, да. Лучше так, быстрее. Благодарю за все ответы, за то, что есть ваша программа. Светлана, это вам спасибо. Можете объяснить еще раз, в чем отличие между ожиданием и желанием? Смотрите, желание – это поверхностная штука. Желание – это то, что сформировало в вас та среда, в которой вы находитесь.
То есть реклама, то, что вы видите по телевизору, слышите от людей, как они одеваются, там мода, какой нужно быть там женщине, мужчине. Вот это все как бы создает некое желание. То есть, когда я буду такой, я буду вот чувствовать нечто, да, связывается, ну, как в рекламе, там, купишь Тойоту, будешь счастлив, там, управляй мечтой. Ожидание – это бета. Ожидание – это то, что случилось в какой-то момент жизни, где было принято вот это провальное решение, поймите разницу. И вот на основании этого провального решения уже есть ожидание. Поверх него маленькая такая структурка, создается желание «хочу», но вот это «но», оно сильнее. Когда вы убрали это «но», скорее всего, это желание исчезнет, и появится другое, более глубокое. Почему я желаю, там, пусть ваши желания сбудутся, да, я говорю, и пусть самые сокровенные желания, это то, что из глубины, они просто вот хорошо бы. Самые сокровенные желания, они глубже, они такие, знаете, красивые, настоящие, и самые смелые мечты. То есть это что-то, ну, как бы другой слой существа, прожив который, у вас разрядится и позитивный заряд. И только прожив это, как бы у вас раскроется следующий уровень зрелости. Это совершенно другое. Это вообще отдельная тема. Так, можете объяснить еще? А, было уже желание, есть уверенность в том, что это будет. Ну, как бы такой интерпретации нету точной цели, понимания того, чем заниматься, что делать, как найти себя. Посмотрите вебинар, который я выложил вчера, кажется, на страницу. Он называется «Важно знать». Посмотрите, там ответ на этот вопрос. Так, окей, спасибо огромное, вам спасибо. Хорошо, давайте тогда буду сегодня завершать. Вторая сессия «Вопрос-ответ». У вас там будет следующий мастер-класс. Ну, хорошо, друзья, здорово, мы так 2 часа, да, в потоке так быстро. Фух, пролетело время. Ну, просто продолжайте работать, смотрите следующий мастер-класс, прорабатывайтесь, находите бадди. Те, кто участвует в программе, ну, как бы тут и говорить не о чем. Спасибо, что вы есть, делитесь с нами, помогая в очищении и возврату к своей истинной природе, счастливой жизни. Ом. Да, ом. Хорошо. Окей, вам спасибо. Хорошо, друзья. В процессе, да, черевейте. Просто продолжайте, убирайте все наносное, все чужое, возвращайтесь больше к своей природе, проживайте, наслаждайтесь жизнью, делитесь этим с другими, и пусть мир становится лучше. Спасибо за ваше время, за ваше внимание, за ваши желания, за ваши вопросы, за ваши открытые сердца. И, как всегда, я желаю удачи и любви, и пусть ваши самые сокровенные желания и самые смелые мечты сбудутся.